И что ж, ребят, спасибо огромное за 15 тысяч подписчиков на канале. Это уже ровно половина от того, чего я сейчас хочу достичь. Давайте так, как только на канале стукнет 30 тысяч подписчиков, я сразу же сливаю вам все свои сборочки и также текстурпак, который я использую в сериале «Сборщики ПК», ну и еще какой-нибудь ресурс-пак я еще сделаю, так что давайте, ребята, как только набираем, я сразу же вам солью текстурки, все дела. Все, ребят, приятного просмотра! Так, ладно, быстренько просыпаемся, так, Рони? Рони, ты где? Ну ладно, Рони что-то... Ты откуда взялся? Здорово. Ничего, здорово, да. Ага, здорово. Ну чё, какие идеи на сегодня? Кого сегодня грабим, все дела. Да, вот, пока ты там спал, ты сколько сейчас времени вообще там? Уже часов 12, да-да-да. Я уже там все продумал, вот, я в 6 стою, знаешь, зарядку делаю. Ну. Да-да-да. Вот так, блин, теперь кое-как. В общем, да, это я не смотрел, если что, да-да-да. Сегодня мы, короче, ограбим, ну, стримера-бустера, получается. Бустера? Серьезно? Да. Ну-ка давай, сейчас дай некоторые вещи, подожди, скидай, чтобы, потому что у меня слишком много вещей, и погнали тогда. Еще я придумал то, что может нам понадобиться в ограблении, но об этом попозже расскажу. Хорошо, давай тогда я сейчас, в принципе, сделаю сейчас, сюда все скидай, и погнали. Это сюда, ну, погнали тогда, давай сразу. Так, давай. Ну, подожди, отправляю. Так что, транспорта возьмем нормально, не? Ну, ладно, поехали. А что, он так близко живет к нам, что ли? Или ну, что? Так-то да. Так-то серьезно? Да, в принципе, близко. Ну, да. Ладно. А маски у меня... А где маска? Стоп, а где маски? Я, кажется, маску это... Нет, моя-то где маска? Я все нашел. А где моя маска? Стоп! Нет! Масочка, ты где? Масочки нет. А вот. А где вторая? У меня их же две было. Что, вторую потерял? Походу. А я себе пиццу возьму. Ну и ладно. Потерял, ничего страшного. Давай, погнали. А, да я закрою только вот это. Так, погнали. Ну-ка, куда ехать-то? Едь за мной, я опять все знаю. Давай. Ну-ка, подожди. А, ну здесь. Что-то едешь там? Да, за Диабрем еду. Давай, показывай. Так, не фонтан, если что. Ну я это стараюсь да. Аккуратненько, у меня тут очень тяжело управляется этот автомобиль. Ладно. Курица сзади как-то померла, ну ладно. А, дошки упали, нет! Ты куда? Поднимайся! Ладно, можно, в принципе, и тут проехать. А ты где вообще? Я тебя потерял. Я у заправки. А заправка у нас вот она, хорошо. Ну, поехали. Я тут-то. О, ты маску нашел. Да. Так. Короче, сюда едем. Так. Ну я с тобой. Я телефон, короче, найти не могу и с айпада смотрю. А, сюда? Да, вот тут, короче. Ага. Вот это типа дома или какой? Или ну, там? Да, получается. Этот? Ну, хорошо, давай где-нибудь здесь припаркуемся тогда. Вот здесь. Вот я нормально так поставлю, просто пусть лежит. Ничего страшного. Погнали? У меня все имеется. Давай, погнали. Какой этаж-то хоть тут? Вроде как я помню третий. Третий? Погнали. Ну давай третий, так третий. Так. Давай третий. Давай, ну, я хотя, за тобой. Или не третий. Давай постучимся. Здравствуйте, бустер? Нету. Здравствуйте, бустер? Ладно. Ну здесь... что там? Ой. Что-то пошло не так. Так, что-то здесь пошло? Тоже нету бустера. Ну-ка. Нет, какие-то чмошные квартиры. Ага. А, на втором точно, ща. На втором, значит? Ну ладно, давай. Так. Вот эта дверь, точно. Это? Точно, чекай. Ну ладно. Ой, я слышу, надо ща. Ну. Он стримит сейчас. Серьезно? Слышишь? Да, он стримит, лол. Ну, давай-ка тихонечко, давай. Главное, интернет ему вырубить. А роутер у него тоже там, что ли? Ну ладно. Ну, так. походу. Так, давай. Он в БН играет. Телек! Вот телек, да. Наконец-то телек мне в комнатку. Так, что да. У нас здесь? Иди сюда. Это блок сломал. Смотри. Неплохо. Офигенно. Тихо. Я сюда заползаю, так. Тихо. Так. Так я ствол достану, если что. Так. Тихо, не. Тихо, спрячься. Я прячусь. О, кнопочки, тут кнопочки. Кнопочки? Да. У нас и так кнопочки есть. Так, ладно, я тихонечко тут поползаю. Тут что-то рабочее место, походу, это Катя. О, денежки, офигеть. Денежки? Кстати, давай я тут... Ой, я тоже денежки нашел, так. А, фига, ладно. Что там такое? А ты... Ладно, тут очень много денег, очень много. Ладно, да. Здесь на что? Офигеть. Что там у тебя? Тут 250 тысяч лежало в одном ящике. Серьезно? Часа бред. У нас слишком много бабла, тебе так не кажется? Ну, этого нам, в принципе, хватит. Может, на что-нибудь потратить их, на самом деле, не думаешь? Ну, я уже знаю, что купим. Ой, давай диванчик соберем.
Хотя у нас есть диванчик. Ну ладно, может, барыге его продадим. Аквариум заберем. Зачем нам аквариум? Рыбу кормить надо, мы себя-то прокормить не можем. Ты о чем? Ты что, издеваешься? Помнишь, сколько у нас денег? Забыл? Так, 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 похавать, похавать. А, забираем, все. Подожди, подожди. Сюда, сбегай. Давай сюда пока заползем. Заползай, заползай. Давай, давай. Закрой дверь. Все, все, давай тихо. Давай тихонечко. Я сиди, подожди. Ты че? О, вроде заметил, я дверь открыл, помню. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, ну-ка. А ну подло... А, так его, все, все, отбежим. Красава, что у него тут, давай посмотрим. Компик. Ух ты, забираем. Еще один компик. Давай-ка все забираем. Ну, кроватка не надо. О, я Apple Watch нашел. AirPods. Денежки. Ой, здесь у ничего кроватка, нету. Кстати. Ну, кроватка красивая. Ну что, нам все, больше ничего не надо. Давай шкафчик заберем, мне он тоже пригодится, надеюсь. Ну, давай все забирать просто. Все пригодится у нас. Можно базу быстро расширить. Мародеры какие-то чисто. Да, так, часики. Часики тоже заберу. Ну что, тут да, еще погнали. Есть. Все забираем, давай. Пофиг, у нас тут... А, рюкзаки уже у меня есть. Так. У меня тоже рюкзак есть. Давай, все, забираем просто. Холодильничек отлично. Еще один. У нас сколько холодильников-то уже в базе? Сколько там у нас их? Нормально так у нас вроде. У тебя в комнате холодильник, у меня в комнате холодильник, еще на кухне более-менее такой. Ой, я стену сломал. Да ничего страшного. Правильно. Давай вот, вот это заберем. Да, давай все заберем, ладно, пофиг, ничего страшного. Мародеры чисто. Да ничего страшного, мне все нравится так. Я не могу это забрать, стоп, я хочу это забрать, мне нравится. Заберись, пожалуйста. Оно не забирается, а во. Опа. Все, отлично. А у меня, а у меня места просто уже нету. Фига себе, бабла, подожди. Кстати, у него нашел, офигеть. Подожди, ты слышишь? Что-что-что? Это мигалка, бежим! Бежим, бежим. Подожди, подожди! Он, походу, дотянулся до телефона, бежим. Давай, давай, давай. Так, я ствол так, достану. А где у нас транспорт-то? Тут, тут, тут. Тут? Хорошо. Быстро давай сюда. Ты уверен, что он? Бежим. Что-что? Вот тут. А, все, отлично тогда. Давай, давай, я сажусь, погнали. Как? В хату, быстро, давай, быстро, я пойду. я с тобой. Погнали. Так, 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 где там? Вроде пусть... Я куда? Не знаю, вроде сюда, наверное, или... Не-не, вроде бы в ту сторону. Да-да-да. Давай, я за тобой, короче. А, так все правильно, да, или нет, я не понимаю. Да, здесь, точно. Ну хорошо, давай, я тебе доверюсь. Я тебе доверюсь. Да, тут все, точно. Отлично, отлично. Интересно, как там отчим поживает? Да потом как-нибудь навестим. Давай пока сюда. Так, ой, а, типа, я врезался. Заезжаем, заезжаем, отлично. Все, все, опа, давай. Все, мы дома. Мы даже дверь не закрыли, прикольно. Ладно, вот так сделаем. А, кстати, я твои ножницы до сих пор тебе не вернул с прошлого раза. Ну ладно, со вчерашнего. Окей. Ну ладно, вот пофиг, ничего страшного. Где у меня... Это так. Хорошо. Так, погнали так. За мной тогда. Куда? Еще. А, денежки давай кидаем, кстати. Да-да-да, ты забыл, наверное, уже тоже здесь. Не-не, я помню. Фига, а удивительно. Мне... Все, больше у меня денег. А, нет, есть еще вот. Давай сейчас быстренько... А где у тебя телек? Телек дай, пожалуйста. Телек? Да, ты же у него по-любому спер телек, давай. А я его продал. Как ты успел его продать? Не гони, давай телек. Ладно, так уж и быть. Совсем офигел, а? Обманывают тут еще. Отлично. Да, да, да. Все, давай, все... иди. А кнопочки, кстати, ты у него ведь тоже спер. Вешай в нашу коллекцию. Я прям и хотел их повесить, ты прям мои мысли читаешь. Да? Ага. А стоечка, стоп, стоечка где для телека? Кто ее украл? Ты тоже вроде взял ее, да? А вот моя вторая масочка-то, я нашел ее, давай. Ну-ка, давай стоечку. Так, стоечку, где... стоечку. А вот, держи тебе. Спасибо. Какой-нибудь... Давай, сейчас быстренько сделаем красивенько что-нибудь. А где она? А вот нам. Ща-ща-ща, что-нибудь придумаем. Нет, она как-то здесь не особо, не особо. Опа. Вот сюда, что ли, ее поставить? Вот так и... О! Идеально. Я у него там консоли вроде видел. Ты у них спер или нет? Взял, не взял? Возможно. Часики, что еще тут есть? Может, я забрал их? А, вроде нет. Они, походу, у тебя. Ой, кстати, шкафчик у меня в комнате тоже не помешает на самом деле. Какой его поставить-то? Поставить его негде. Поставить шкафчик негде. Ну ладно. Давай вот так. Ну, пусть, наверное. Не нравится мне так. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем красиво. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Вот так и вот так. Отлично, и шкафчик. Ну, вроде норм. Ну, у меня, в принципе, все готово. Можно еще вот так сделать. Опа. Да, если тоже тут улучшил кое-что, прикольно. А, получил. Кстати, мы из него для кухни очень много чего украли. Что ты там сделал-то даже, интересно. Быстрее. Дверка. Что ты сделал? А, освещение, типа, или что? Нет, дверка, смотри. А, это-то? Фигня. Да-да-да. Че фигня? Давай, мол. Со своей дверью за 50 гривен. Ну и ладно, ну и ладно. Здесь. Что еще можно? Ну все. В принципе, у меня все готово. Красиво, да?
Не, херня, мне лучше. Ну ладно. У каждого свои вкусы. Что еще тут есть? Бетончик. Ну, короче, у меня все. Давай, может, к барыге туда пойдем? Как думаешь? Уже ночь, капец, по долге. Серьезно, ночь уже? Да. Да ну. Блин, серьезно, что ли? Ну ладно. Ну ладно, бежали пешочком тогда. Погнали, масочки, давай только снимем. Я нашел консоль. А, ну, давай консоль одну хотя бы оставим. Что там у него какая? Xbox у него, что ли? Серьезно? Да, ой, случайно стрельнул, ладно. Ну ладно. И у него есть PlayStation 5. Давай PlayStation тогда лучше. Оставим. Нет, PlayStation 4. Ладно, погнали. Ну, извините за мой французский, погнали, короче. Ага, погнали. А, ой, я что-то не туда вообще побежал. Сюда. Опять начал забывать, куда идти. Опять. К барыге, ну понятно. Честно, я не удивлен. Все по рублю. Ага. Че ты врешь, жмотик? О, здорово! Здорово, короче, сегодня еще тебе хотим продать кое-чего. А компы у тебя его или нет? Я просто что-то компов даже не вижу у себя. Компы, да, ты все забрал, да? Ну ладно. Держи два компа. 100 тысяч, давай. MacBook Pro 16, еще 200. Что на столики можно? Тебе, на тебе креслица, на тебе диванчик, что тебе еще дать? Вот такие монетки. Тебе нужны Apple Watch? Apple Watch? Да. А, вроде у меня были где-то. Ну я себе продавай, вон, возьму, у меня AirPods еще есть. А, две пары, кстати, нифига себе, ну пусть будет. У тебя стул, так. Ну вроде все у меня. Так-то. Так, у меня что еще есть? Ну у меня вроде больше ничего нет, у меня есть для кухни много чего, но я, наверное, оставлю это себе. Что еще? Здесь пусто, здесь что? Ну все, у меня больше ничего нету. Да-да-да. Сколько получается в зарплате? Я думаю, 1500. Да-да-да. Прошу. Чего? В смысле? Опять? У тебя каждый раз бюджет маленький. Ну-ка, ну-ка. 10! Как? 10! Ты че? Ты ему сколько компов дал? Два. Два компа? 10! А. На мели я. А. Че? 10 тысяч. Серьезно? Ты серьезно, что ли? Ну, блин. Блин. Я понял. Хорошо, хорошо. Ладно, погнали, думаю. Погнали. Хотя подожди, у меня есть одна идейка. Ну-ка, ну-ка. Короче, помнишь, я тебе писал, ну, утром, по поводу, ну, ты сам понимаешь, чего, да. Можем это, ну, как бы купить. Вот сейчас чё увидишь. Что... А у нас денег хватит? Что-то мы чуть не взяли. Ладно, сейчас, короче, вернемся с деньгами. Ага. А что-то купить-то решил? А вот секрет, вот. Вот смотри. Давай вот дам подсказку, это что-то, что нам надо для ограбления. Это вообще шикарно, очень нам поможет. Да нам много чего поможет, на самом деле. Ну, ладно, даже интересно, что там придумал. Да-да-да. Ну, ладно, так посмотрим, это... посмотрим. Интересная тема. Только придется бензинчика закупить. Бензинчик? Вот. Ну, сейчас увидишь, короче. Ну, так. Хорошо, денежки давай тогда возьмем. Сколько нам надо-то? Давай я лучше возьму сразу. Вот, возьму так, с запасом. Хорошо. Погнали. А, подожди, дай я пока сейчас некоторые вещи еще выложу. А, у меня два макбука теперь. Я ему макбук забыл продать. Ну, ладно. У нас 1000 евро. Давай чуть подождем, они побольше станут. Ну давай, давай, правильно. Да сейчас евро там 120 рубасиков, конечно, 1 евро. Ну да. Сам понимаешь, все очень плохо сейчас. Доллар сотку. Очень все плохо. Вот, то, что я хотел предложить, оно бы стоило бы 1000, наверное, 100. Сейчас, наверное, 1500. Потому что цены выросли. Ладно, а что там такое-то? Ну давай, погнали-ка. Вот. Так, я хочу тебя заинтриговать. Что он там, барыга? Да, где? Погнали, давай, показывай, а ты где? Я потерял. Ты вообще там где-то непонятно бегаешь, ну ладно. Так, погнали. Все, давай, показывай, куда, чё. Куда вообще идем? Я думал, мы там что-то купим. Ну ладно. Не-не-не, смотри, погнали. Ну давайте, я за вами, показывайте, что вы там придумали. Видишь, я продуманный и умный, а ты там спишь до 12 и не помнишь, где там находится там барыга, блин, капец. Именно. Ну бывает, давай. А чё, зачем мы сюда бежим? Здесь яхты какие-то находятся. Мы что тут забыли? Во. Что во? За мной. Ну-ка. Оу, да. Ты серьезно? Ты решил скутер купить? Конечно. О, он заправлен сразу, фига. Это не скутер, это этот гидроцикл. Ну, знаешь, так, такое? Понял, да-да-да. Смотри, какие ля. И сколько такой стоит один, мне даже интересно. По 150-ка. Нормально. Окей. А ты сколько взял? Ну и хватит, короче. 250, еще 50 тысяч. Это еще 10. Ну так-то, блин, прикольно на самом деле. Все, 300 тысяч рублей. Так. Так мы можем, в принципе, даже иногда на одном ездить. Почему бы нет? Ну так-то да. Да я пока прокачусь просто. О, всё, блин, прикольно. Давай. Остановись-то. Что-то мне даже нравится. Ну ты что думал? А где мы хранить будем, у меня такой вопросик. А, думаю, что-нибудь вырым рядом. Подожди, поехали сюда, давай. Мы, по идее, так к дому сможем выехать, как думаешь? Да, сможем. Я вроде смотрел. Отлично. Можем тогда дома их оставить, наверное.
Ну я так хотел, блин, ну ты что? А, ну все, понял, хорошо. Давай тогда так. Прикольно, прикольно, на самом деле. Только топливо, конечно, еще больше придется закупать. Давай вот здесь поставим. Так, давай. Ну все, я вот тут оставлю. Так, ну заодно искупаюсь, так. Все, отлично. Ой. Ну, в принципе, прикольно ты придумал, на самом деле, с этими гидроциклами. Очень даже прикольно. Да. У меня еще стульчик какой-то остался, прикольно. А куда его поставить-то? Денежки выложим. Ну, все равно денег дофигища просто. Ну, еще придумаем, что можно будет купить. Тут потихонечку можно комнату еще обустраивать. А у меня столики, там стульчики, что-нибудь еще есть, надо посмотреть. Хочется как-нибудь так комнатку обустроить, интересненько, но не знаю как. А еще блоки есть какие-нибудь? Ну-ка, материалы еще имеются. Блин, мало материалов на самом деле. Я хочу как-нибудь комнатку улучшить, но не знаю как. Материалы, не может, знаю. Все-таки имеются нормально. А у тебя не осталось вообще вот этого бетона, чего-нибудь такого? Есть. Фига у нас игрушек, кстати, посмотри, еще до сих пор. Еще одна пара AirPods'ов. Ладно. Нормально. Ой, я кролика хочу взять, мне нравится кролик. Мишку возьму. Ладно, надо что-то еще придумать. А, бетончик. Ну, бетончик-то вроде был где-то. Непонятно, где только. У меня нет бетона. Бетончик. А у тебя есть? Может, тут есть? Я тебе скинул. А, ты мне скинул? А, спасибо. Боже, не заметил. Ну, ладно. Давай сейчас быстренько я сделаю вот так. Сейчас немножечко еще тут поработаю. Вот тут, чтобы было красиво хотя бы, а не то, что у нас сейчас получается. Так. Так. У меня лопаты. А, че я копаю киркой-то? Ладно, где у меня тут вот это? Вот сюда. И более-менее вроде выглядит, ну, не прям плохо. А досочки у тебя есть еще? А, у меня есть, все, отлично. Mm-hmm. Давай-то я сейчас сделаю вот так. Опа. Вот так, опа. Ты слышишь стук? Подожди, нет. Кто там? Он кто-то пришел? Опа. Кто там? Какой-то. Nice. Что там? Ну-ка, что там у тебя? Тут что-то странное. Где, что там? Смотри. Что? Ссылочка, а что там? Давай ну-ка, попробуем. Открой, посмотри, что там. Опа. А что она не открылась? Ну-ка, ты тут что-то поломал немножечко? Ну ладно, открой, давай дома посмотрим, что там. И там аккуратней. Вдруг бомба какая, она... а? Она что-то не открывается. А что за хрень? Я не знаю, так. Ну ладно. Пофиг, попытайся пока открыть, я еще что-нибудь придумаю, как здесь сделать. Давай, а сейчас, что здесь можно придумать? Так. А, может, еще один холодильничек себе поставить? Или... Давай я так что-нибудь придумаю, пусть будет. Вдруг я захочу приготовить что-нибудь рядом. Тут стоит как раз компьютер, все дела. Я открыл. Смотри. Топливо? Серьезно? Да. Кайф. А, точно, я же его заказывал. А, ну ладно, тогда ладно. Я тут немножечко комнатку еще доулучшаю. Мне кажется, что неплохо получится. Ты посмотри, как у меня просто, что у меня тут теперь происходит в комнатке. Гений. Я тут меня жрать хочу, рядом с компом будет стоять. Все дела. Я его еще заказывал с Китая еще для этих наших байков. Только топливо с Китая? Серьезно? Да. Меня сейчас немножко это беспокоит, что там с Китая что заказал. Ну да ладно. Это AliExpress проверено все. Да? Ну надеюсь. О, здорово, Петя. А, Петя, ну ладно. Сейчас давай вот так сделаю быстренько. У меня так-то уже почти все готово. Заодно в комнатке кухонька такая небольшая появилась. Прикольненько. Нормально. Так, а что нет-то? И у меня еще один холодильник есть. Может, тебе нужен холодильник? У меня их слишком... Да нет, спасибо. Стоп. Давай куда-нибудь сейчас его поставим. В туалете холодильник нужен, как думаешь? Давай поставь, не знаю. Ладно, я передумал. Давай сейчас сделаю вот тут. Сейчас доделаю наконец-то ремонтик, что-то мы до конца не доделали все. У нас бетон был, а мы что-то не доделали ремонт. Это как так? Кстати, нам нужно потолок вообще поменять на самом деле. Я что-то сейчас только заметил, что у нас он не особо. Ну ладно, завтра что-нибудь может придумаем еще. Посмотрим. Опять стук. Да что там за стуки-то у тебя? Опять. Что ты там еще заказал? Посылка. Что там? Ладно. Еще одна посылка. Да что там за посылки такие, а? Ладно, давай, что там за посылочка? И... О! Что? Точно. Я... То? Еще одна дверь? О-о-о. Это что? Офигеть! Она пуля непробиваемая, если что. Блин! Это очень прикольно выглядит. Да, офигеть! Да, я знаю. Слушай, может какое-нибудь место другое для кнопочек сделать? Что-то у нас как-то странно здесь так выглядит уже. Я думаю так все, в принципе. Можно будет базу начать расширять? Может уже вниз начать копать? Что-то типа такого, как думаешь? Можно, может, строители закажем, как-то лень, если честно. Ну, можно куда-нибудь складик начать делать, можно вообще вниз там какую-нибудь базу такую намутить, все дела. Прикольно было. Да, что-то у нас кухня вообще на самом деле очень маленькая. Давай-ка сейчас начнем хоть тоже тут что-то переставим. А зачем вообще нам... Ну ладно, пусть будет. Вот сюда куда-нибудь поставим. Диванчик этот просто капец сколько места занимает. Может его убрать? Опа, нафиг он нужен тут.
Что еще ну тут? Ну ладно. Сейчас, давай доделаем до конца, и в принципе можно уже спать будет. Мы за сегодня, кстати, неплохо что сделали уже. Еще и приобрели наконец-то новый себе транспорт. Ну, это тоже круто. Достаточно неплохо. Давай я сейчас, знаю, ладно, что у нас тут есть? Вот это сюда, ну пусть шкафчик сюда. Вот так. Ну, так-то вроде неплохо выглядит. Можно еще вот так. И вроде бы у нас тут уже более-менее так нормально, только как-то этот шкаф стоит тоже криво. Ну, ладно. Ты куда побежал-то? Так. Опа. Ты куда? Я делаю кое-что. А ты где? Вон. Подъемчик типа? Шкафчик так поставил прикольно. Ну, ладно. Я гаражик делаю. Серьезно? Прикольно, давай. Только подземный, конечно. А, ну, чтобы не видели, я понял. Кстати, можно заодно будет, если мы вниз будем копать, там такой нормальный гаражик намутить. Тоже будет неплохо. Да. Что еще? Вот этот стульчик я пока не знаю, куда можно поставить, но он тоже где-нибудь может пригодиться, он достаточно прикольненький. Ну, пусть пока здесь стоит, чтобы место хотя бы освободить. И, наверное, какую-нибудь сюда поставлю еще игрушечку, пусть будет. А консоль у тебя где? У меня, а что? Можешь кинуть? Я хочу себе более-менее хотя бы здесь намутить. Комнатки красиво будет. То еще у меня шкафчики эти, не знаю, куда их можно использовать. Но столько всякого есть, мы что-то особо ничего не используем. Что? Я его тут чуть уронил, ну да ладно. Надеюсь, работать будет. Надеюсь. Кстати, посмотри, как у нас база офигенно сейчас выглядит. Да, кстати. Красавчик улучшил. Так, только нам теперь этот диванчик вообще нафиг не нужен. Угу, ну давай ее куда-нибудь вот сюда влепим. А где она? Она как-то криво все ставится. Ой, это значит все ломать неправильно. Ну да ладно. А, я ее сломал. Да, я ее сломал. Ладно, крутим еще. Разбил что-то все дела. Печально. Ну да ладно, ничего страшного. Что у меня еще имеется? Подожди-ка. Где у меня? Вот он. Ну-ка. Еще один холодильничек у меня имеется. Потом. Вот это мне нафиг не надо. Душ. Кстати, может душ намутим или у нас есть? Да не знаю. Вроде нету. Или есть. Ну-ка. Мыться-то надо. Душ у нас, кстати, нету. Ну, рядом с сейфом вот здесь намутим. Хопа, и давай вот. Где? Так. Ну-ка. Вот это сюда, и это сюда. Ну, вроде бы. Водичка льется, уже хорошо. Можно будет нормально какой-то гаражик такой сделать, чтобы у нас не прям в доме стояли вот этот наш транспорт. Ну, короче, что-нибудь еще придумаем завтра. А что ты там? Дай-ка я посмотрю, что ты там делаешь. Ну-ка. Опа. Гаты. Смотри. Тебе помочь? Опа. Можно? О, смотри, шикарно. Давай. Только сюда что-то не особо, но... Ну ладно, давай я тоже сейчас заползу сюда. Опа. Короче, завтра сделаем тогда вход нормальный, чтобы сюда могли залезать мы. Давай пока. Опа, опять искупаться решила. Ну ладно. Короче, мне кажется, можно спокойно уже за сегодня заканчивать. Мы уже очень много что сделали. Только давай масочку теперь я, наверное, повешу где-нибудь. Пусть вот здесь висит. Мне кажется, нормально будет. Опа, если что, буду брать вот так. А где еще одна масочка? Я опять забыл. Вот она, куала. Тоже сюда, наверное, повешу. Пусть пока вот здесь находится. Если буду использовать... Так, просто раз. И все. И забрал. Ну ладно, короче. Рони, давай, я спать пошел. Давай, спокойной ночи. Подожди, я сейчас тоже приду. Давай. Поднимайся. Так-то мы за сегодня много чего сделали. Да, даже неплохо улучшили нашу базу. В принципе, она стала выглядеть более-менее нормально. Ну так что все, давай тогда. Свет везде вырубаем. Ой. Ну здесь света нет, ладно. Хорошо, все тогда. Спокойной ночи. Подожди, кстати. Что? Может, в принципе, я думаю, как нам сделать подземный этаж? Вот реально. Мы, короче, где-нибудь, наверное, вот здесь намутим лестницу, да? Mm-hmm. Ну и там начнем уже все как-нибудь делать. Ну это мы, наверное, завтра решим, скорее всего. Чё? Что? Серьезно? Опять? Посылка? Да, ну-ка, давай, забирай. Третья посылка за день. О! Ты что там заказываешь-то постоянно, я не понимаю. Ты серьезно? Ну да, там у нас я денежку чуть взял, ну. Я тебя понял, короче, ладно, красавчик. Ну короче, ладно, красавчик, вот. Что взял эту фигню. Ты мне тоже взял? Тебе. Да, ну-ка. Там их два было, ты что, не видел? Не, короче, надо куда-нибудь еще один холодильничек пристроить. Давай пока пусть здесь стоит. У нас что-то везде холодильнички будут разбросаны, ничего страшного, красиво. Я люблю покушать просто, поэтому пусть будет. Ну и наверху, наверное, вот так сделаем. Вот так, все, идеально. Да. Сзади, конечно, здесь пустовато что-то. Здесь тоже можно будет что-нибудь намутить. Давай я сейчас гоняем землю, все выкину ненужную, потому что что-то у меня земли до хрена. Что? Что ты сделал опять? Я не понял, что ты сделал?
Ладно, забей. Короче, ладно, Роди, все, спокойной ночи. Я понял, что вопросов у тебя нет. Все, давай, спокойной ночи, ладно, короче. Пока. Давай, спокойной ночи, иди отсюда. Да иди ты отсюда, все, давай. Я ладно. Спать пошел. Ладно. О, так, ладно, быстренько. К Рони, так, так, так. Ой, в дверь уже не пролезаю. Рони, просыпайся. Ты где? Ты что делаешь? Да-да-да, здорово. Здорово. Привет. Ну что, кого сегодня грабим? А, какие планы? Ты про это? Да, конечно, смотри, сейчас достану свой падик. Ну-ка, ну-ка, так, сейчас забьем. Вот просто давай попробуй угадать, кого мы грабим. Кого? Ну, попробуй. Ну давай, ютубера, стримера, давай угадать. Давай, допустим, ютубера скажу тебе. Такого популярного, кстати, довольно-таки на нашем ру-сегменте. Сколько у него подписчиков больше, там, ну, 10 лямов? Да, больше. Так. Ну давай, 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 ты сможешь угадать, я верю. Да короче, какого-то Влада... Башка... Кого? А, я хотел сказать, тупая башка, мы грабим Влада 4, но ты уже догадался. Да-да-да. Ну короче, подожди, нам сегодня вообще с тобой надо еще бы как бы закупить материалы для этого. Чтобы сделать подземный подвальчик, не забывай, мы же вчера прикупили, чё? Сам помнишь. Можно, кстати, да. Ну давай, короче, ладно, я готов. А, масочку да, надо взять, да, точно? Погнали. Так, свет здесь врубить, ой. Какую масочку ой. Взять? Ну, возьму эту. Ой, я на твои случайно поехал. Не трогай мою машинку, ты чё? Мой байк, о, да. Оу, е, так. А чё, так можно было? Чё? Мне кажется, я так не пролезу, конечно, да, я попробую. А, тихо-тихо-тихо. Дай попробуй, буду. Дай попробуй, подожди. Аккуратно. Нет, здесь я не пролезаю. Блин, слишком большая. Ну ладно, давай, где у меня ножницы? Вот они. Сейчас, быстренько. Ой-ой-ой-ой. Так, ща-ща-ща-ща. Погнали. Давай, ты вылази. Подожди, подожди, дай я всё так сделаю. Опа, опа, ой. Да ладно, я все рисую. Всё, я да готов. Ладно, не кипишуй. Ну-ка, верни. Ты чего? Верни. Нет, нет, все, есть на байке. Блин, какая развалина, на самом деле. Ой, я яичко нашел. А куда ехать-то? Ты куда свалил? Подожди, ты куда свалил? А. Я тебя потерял. Я не понял, куда ты уехал. Ну-ка. Наверху тут. А, вон, ты, кажется, тебя увидел, нет? Да, я не знаю. Я на мосту. А, вон. А, вот, вот. Давай, давай, я еду. Сумки быстро. Ладно, дай масочку одену. Там есть где подняться? Да, есть. Ай-яй, да какая развалина, как такой кататься можно? Верни мне мою машинку, она хоть быстрая. На свою развалину. Все, поехали. А, как неудобно, ладно, давай, поехали. Так, стой, 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 остановись, остановись. А, что? Яичко не долетело до тебя, ну... Ой, понимаю, ладно. Дурачок, дурачок. А что, здесь, что ли? Да-да-да, здесь. Что за райончик? Мы вроде здесь кого-то... Вилсакома вроде грабили, если не ошибаюсь. Да-да-да, Вилсакома в прошлой серии, помнишь? Ну ладно, ладно. Опа! Смотри, какой качок. Да я тоже качок. У меня ножницы были как бы, ну ладно. Всегда куда-нибудь скидаем. Ну ладно. Без пальцев. Давай-давай. И за... Давай, скинул, все, закрываем, без пальцев. Ты гений. Что сказать? Давай, какой домик, показывай. Вот это домик. Это домик. О, там Глент, по-моему, был. Глент? Да-да-да, это, короче, его друг. Спасибо. Короче, сегодня, надеюсь, еще бриллиантовые кнопочки там заберем, все дела. Почему под это, знаешь, как бы, коллекцию. У него тоже есть, кстати. Я знаю, поэтому и говорю, бриллиантовые кнопочки. О, тихо, тихо, не на сторону посмотреть. Ладно, давай. Так, масочку я одел вроде. Подожди, давай. Я тоже. Я вроде готов, у меня в рюкзаке есть место, чтобы... Все, отлично. Давай, погнали, покатаемся. Погнали за мной, я уже все продумал. Так, как пока там спишь, я все думаю. Вот, смотри, тут красавчик. Есть пожарная лестница. Ты что такое? Серьезно? Что? Да. Ты что думал? Так, давай. Сейчас надо бы выломать это. Опа. Давай. Опа. Отлично. О, отлично. Держи, подгончик. Да сам погнали. Забирай себе, давай. Так, 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 ну-ка. Ух ты, давай аккуратно здесь. Спалиться можно? Тихо, аккуратненько. Так, мы что тут посмотрим? Нет. Ну, они точно не едят, как я понял. Давай, давай. Здесь снимаем. Давай, опа. Давай. Опа. Опас, тут никого нет. Так, в комнату забегаем. Давай в первую комнату. Так. Опа. И что здесь? Чё-то не густо. Что? Чё? Смотри сюда. Это что такое? Куда мы попали? Тут написано, это фейк. Серьезно? Фейк? Чекай. Да, тут написано фейк. Вот это, видишь? Стаками лежат. Ну ладно. Походу для там... ролика какого-то. Для ролика. А вот ну... фотоаппарат-то... А вот фотоаппарат. Это тоже фейковый фотоаппарат. Ну, у меня нормальный вроде, как я смотрю. Ой, я деньги нашел, отлично. Блин, пока что что-то не особо. Вот ящики все фейковые, а вот давай нормальный. Деньги забирать. Фига, я тут уже нашел сколько. Я тут уже все. Тысяч одного ящика чисто. Что-то себе забираешь. Так, вот так, сделаем все, отлично. Так, где там? Ладно, ну, я тут зайти. А, вот. Давай заберем ящики на всякий случай. Мне... Ой, я дурак. Ой, зачем ты эти фейковые? Ладно, пофиг, давай вот так пройдем. Иди сюда. Я хотел ящик забрать. Давай вот это фейковое я все выкину ненужное.
Да, это... И пошли, давай тихонечко. Да, короче, я тут пройду, короче. А, я с тобой, подожди. Я добрал. Я сейчас выкину все это, подожди, обратно. Нет, я еще и деньги выкинул. Ой, дурачок. Дурачок, согласен. Все, отлично, я отбегу. Отлично, вроде все выкинул ненужное. Отлично, погнали. Да, погнали. А, нет, фотоаппарат еще лишний вот так. А зачем вообще фотоаппараты нам? Ладно. Я просто троллю тебя. Все, давай сюда. Все, заходим. Ой, кнопочки, отлично. Компы. Офигеть. О, еще один компик. Так, что у нас? Еще одна бриллиантовая, отлично. Что тут у нас? Да откуда столько бабок? Ты посмотри просто на это. Посмотри, что доллары тупо. У меня тоже доллары. Да я сейчас начну все скидывать уже вот в это, в ящички, потому что у меня места просто нету. Не в ящике, а в сундучке. Как они называются? В рюкзачок. Ну да, в рюкзачок скинь все. Так. Давай я на всякий... Здесь я ящики точно заберу. Тут я ящики точно заберу. Собираюсь. Я все заберу у них. Айфончики. Тут три айфончика 11. Давай туалет заберу на всякий случай, вдруг пригодится. Возможно. А, точно, мы же этот этаж уже забыл совсем. Так, давай сюда пойдем. Давай дальше. Че ты пока что... А где эти вообще? Куда они свалили? Точнее, мне кажется... А, нет, это... Опа. Ничего себе, тут аймаки тупо стоят. Ну-ка, давай. Что-то у нас... Ой, сигарет сколько нифига. Ой, я что-то вот это не заметил. Туалетная бумага, ну хоть что-то пригодится. Так, ну ладно, странная фигня-то какая-то. Тут что у нас? Что тут сахар? Дошек, нифига себе, документ на право собственности заберем. О, чё? Ты кто? Ой, так его, почти. Все, Глент у нас. Ладно, 4, можно фотку? Можно? Сать, изи, все, ботик. Ты что встал-то? Дядь, тебя же оглушили. Все, отлично. Все, он не теряет. Красава. Я стульчик тоже заберу, продадим. Его тоже. Блин, я... Сигареты нужны? А? Сигареты. Давай. Бери вон. Две пачки. Точнее, чуть больше. 20. Сейчас подожди, отпадай. Короче, ладно, погнали дальше. Толчок. Я у всех толчки буду забирать, мне пофиг. Хочу толчок. Опа, сигареты, обожаю. Ну как? Так, погнали. Мы вроде все комнаты обошли. Давай вниз-ка. О, фига, стульчики давай заберем, мне не нравится. Еще две кнопочки. Откуда, интересно? Фига. Давай вот эти стульчики заберем, они более-менее красивые, как-нибудь все нас обустроим. Ну давай, бери. Приборы какие-то. Ну приборы нам не нужны, мы особо не едим ничего. Так, давай вот тут заберем. Так. Что там еще есть? О, пиво! Офигенно. Нам не надо. Я возьму. Ты как хочешь. Может, дорогое какое-то продадим. Ну хорошо. А возможно, и попробуем. Ну, пробуй. Я не-не-не. Здоровый образ жизни, все дела, сам понимаешь, спортсмен. Конечно. Ладно, давай, все быстренько, давай вот все. Как диванчик за углом. О, да! Оу, oh, yeah. Так-то да. Ладно, ой, еще телек. Офигенно. ПС. Ну-ка. Отлично. Что-то как-то они здесь не особо богато живут, как я смотрю. Молодцы. Ну-ка, второй холодильник, ничего нету. Тут еще что у нас? Ой, не сюда. Так. Ой, я фейковые вот эти макбуки забрал, думаю, что не так. Да-да-да. Вон, пусть в бассейне валяются. Ладно, здесь больше ничего нету. Так, ну что, похавать, конечно, думаешь... Ну ладно, не буду брать. Что здесь есть? Что это такое? Ох, хрена ж себе. Да, нифига там сейфов я вижу. Это кошечка такое? Подожди, дай я попробую. Ну-ка, давай. Макут, нет, оно не откроется. Но у меня есть вариант Б. А, ну ты гений, я так смотрю. Ну ладно, что-то у нас... А! Слушай. Ваня, давай лучше не будем брать. Да. Там по-любому есть что-то отслеживающее, как бы они могут... Ну давай одну-то возьмем хотя бы. Ну, одну можно так взять. Возьми ты, у меня места нету. Ну-ка, здесь на что? Диванчик нам начнёжен. Я чуть-чуть взял, думаю, этого хватит. Вот так. Блин, фига себе. Капец, их денег. О, вот это я тоже заберу. Ну, конечно, там лата 4, сколько у меня там? Почти 40 миллионов на канале, так что, конечно. А ну, как здесь... мы сюда попали вообще? Через пожарную лестницу. Давай так же выберемся, чтобы отпечатков не было. Ну-ка, давай. А где вход-то был? Ну. Мы просто им полхаты сейчас разнесем, понимаешь? Ну ладно. Похер вообще. Верни обратно, да, и погнали отсюда. Сделаем. Чё-чё-чё там у тебя? Пойдёт, короче. Нам что-то барыги, наверное, будут сгонять? Все это продать? Ой, я у них ещё туалетную бумагу украл. Нужна? Не-не-не, спасибо. А ты где? Здесь не используется. А, вот, ну все, погнали. Кстати. Да. Все, уходим, короче, ладно. Ну-ка, ладно, сюда. Не в этом. Так, давай сюда. Все. А ты не сказал, что надо скидываться маслом? Ладно. Да я не могу отсюда выехать. Открой, пожалуйста. Долбас. Да, открой ты эту фигню. Сейчас.
Я не вижу ничего. Поехали. Все, отлично. Ты что-то все ломаешь, блядь. Как выйти? Я не умру в туалете. Ты там выбрался или что? У меня, кажется, взорвалось. Ты дурачок, что ли? А как нам ехать теперь? Иди сюда. Ну? Смотри, что это такое тут? Ах ты урод, я так и знал! Серьезно, ты просто взял и бросил, а? Ты что сделал? Кажется, мы теперь не знаю. Ты зачем? Блин. Ладно, ну, я тебя понял. Погнали. Взял, сломал погнали. Просто мой транспорт. И на чем мне теперь ездить? А мне на чем? Так это ты сам, знаешь? Дурачок, взорвал. А мою это как бы, чтобы и мою взорвал одновременно. Ну зачем? Это ну, было блин, честно, ну... чтобы а то ты будешь ездить, а я что, пешочек? Но вы бы нашли. А у меня такая офигенная тачка была. И что теперь, пешочком так бегать? Ну ладно, давай, погнали. Какая розовая, ты что, это не из этих? Да, ладно, не об этом. Конечно. Ну, понятное дело. Погнали, погнали. Ой, не туда, походу. Куда мы туда идем? Мне кажется, на другую сторону надо. Мне кажется, тебе кажется. Ну ладно. Давай сюда. Вот так. Кажется, поднимайся. Кажется, креститься надо. Верни. Еще больше кажется. Верни сюда. Давай посмотрим, куда нам идти-то вообще. Google карты. Google карты, давай, помогай нам. Мы такси закажем. Какое такси? Сейчас я Google карту нашу открою, подожди. Нам... А хрен пойми куда. Я тут смотрю. Все, я, кажется, понял, куда, за мной. Я по Google карте иду. Ага. Туда куда-то. Кривая какая-то Google карта. Да, вроде туда, я уже припомню. Я тут смотрю просто на Google карте. Вроде бы сейчас повернуть куда-то туда. И в принципе... Да блин, скей, как. Давай догоняй уже, а. Сейчас найдем. Вроде, кстати, реально правильно иду. Наверное. Кстати, огон на Крым съездим, отдохнем. Не, спасибо, далеко. Давай за мной, иди сюда. Все, давай за мной, догоняй. Я, кажется, правильно бегу. Хотя не уверен в этом, но сейчас посмотрим. Так. Через... О, ты что-то пишет. Ну-ка, сюда, что ли? Я нашел ты где. А, вот он. Все, мы приперлись домой обратно. Мы вернулись домой, короче, давай сейчас. Может, к Париге надо сходить, кстати. Давай для начала посмотрим, что у нас вообще выложить для начала. Деньгам чекнем. Что-то Google карта кривая какая-то. 500 метров до дома. Мы уже дома. Ну ладно. Пойдет. Так она не знает. Она думает, типа тот дом, помнишь, в котором мы жили? А, ну да. А как? Куда за это ж подвал? Не страшно. Так сколько ты бабок украл у Влада А4? Это нормально. Он у сейф уже переполнен. Надо было второй забрать у него. У меня есть. Вот его ящик. Ага. Так, ладно. Ящик. Ну что у нас тут есть? Ой, я его сломал. Да, пофиг, забей. А куда здесь еще кинуть-то можно? Так... А, блин, как здесь, короче, кнопочки ты украл у него, да? Берем. Да, украл. Ставь нашу коллекцию, давай, кнопочек просто сейчас накидаем. Ох, мое здесь любимое дело. Давай. Здесь делаю вот так, пока что, где еще? Ты что? Так. У меня еще осталось вот это от моей машинки. Так. Да, я мать. Какие-то слитки непонятные, я не знаю, откуда там. Во тикток. Не хочу тикток. Давай тикток создадим, будем... Не-не-не, спасибо, не хочу. Мы же тиктокера кого-то ограбить, кстати. Как ты что думаешь? Посмотри, какие есть, если там найдешь вариантики. То, конечно, давай ограбим, почему нет? Там есть такой тиктокер, Тентер либо Е. А, ну тоже можно. Посмотрим. Че он криво ставится, помогите. Ну вот так. Блин, у нас что-то слишком много кнопочек, тебе так не кажется? Что-то мы на ютуберов нас тянет как-то. Да. Может, реально подвальчик начнем мутить сейчас? Можно, давай вот здесь где-нибудь начнем. Вот здесь какую-нибудь лестницу сделаем. Только мы строителей закажем. Мы что? А? Давай строителей закажем. Строителя? Да ну, давай сами. Да. Не, строители все, спалят я нас. Все, приду через 5 минут. Ты заказал строителей? А через барыгу там они не спали. Это, типа, а, да? Через... Ну давай хотя бы покажем примерно, где будет место, объясним, что сделать надо будет. И тогда ладно. Давай вот тут так сделаем хотя бы. Ой-ой. Поэтому ждем. Да за что ты меня опять бьешь-то? Я ломаю, ты подходишь, брат. Тут холодильник у нас стоит, давай его как-нибудь, не знаю, сделаем. О. Прикольно придумал, что-то... Короче, ладно, давай погнали к барыге сейчас закажем у него вот этих строителей, в принципе, да. Погнали. Давай посмотрим, что продать можно. Серьезно, опять уже ночь? Да ну нафиг, да. Ну что, весь день грабили опять. А, ты посмотри, я просто украл у Влада 4, сколько получается? 4.11 Pro Max, вот это айфончики. Понимаешь? Да. Так, подожди. Ну. Что мы как бомжи ей? Мы не должны пешком идти. А, сейчас. Ну так-то да, хоть. Из-за того, что транспорт наш весь немножечко испортил. Где там он? Я его что-то потерял. Я сам не знаю. А-у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 . Петя, нет! Это не Петя. Это фейк? Это много. А что много Петя? Что за фейки? Фейки, да. О, отлично. А, отлично. А что их так много здесь?
Не знаю. Видимо, выйдя, это... Выйдя, да, я закину... Родственники Пети. Опа, на. Родственники Пети. А, да что за фигня? Да я сяду. О, поехали. Ты, наверное, сейчас просто офигеть, что мы какой транспорт возьмем. Погнали, короче. Ты что, уже придумал какой-то транспорт взять? Серьезно? Конечно. Я всегда как бы на ход продуманный. Ну, хотя да, у нас бабла дофига. Так что ладно. Вот вроде здесь барыга. Ну, наверное. Да. Давай здесь. Так. Так, оп. А, да-да-да, здесь. Я уже запомнил, наконец. Главное, чтобы никто не спер наш транспорт. Это самое главное. Ну-ка, я давай сейчас я посмотрю вообще, что продать. Ты, ну, здесь ключи. Это... Ты ключи вытащил там? Смотри, посмотри. Чё там, чё там? Я какой-то транспорт нашел. На нём нет топлива. Что это? О! Я хочу! Я хочу! Да нет, топлива нету. Да, блин! Я с собой заберу. Я с собой заберу. Гений, гений. Да пусть, он красивый. Какой-то транспорт новый нашел. Не грусти, воу. Здравия желаю, товарищи. Здрасте. Чё это? Это чё такое? Зачем ты маску опять одел, а? Я что-то не понял. Раньше без маски, сейчас опять маску одел. А во. Это я, это Ронни. Операция в 99, забыл. Так, ладно. 89 и 99, определись уже. Ну, короче, ладно, нам нужно продать... Кучу денег, кучу всего. Давай начнем. Первое, айфончики. И надо купить то самое. Ну, ты понимаешь, что... Айфончики-то возьми. Так, следующее. Айфончики. А я себе один оставлю, потому что потерялся. Я камеру... Стоп, у меня же в сундуке камер сколько было. Эй, раб. Чего? О, а-а-а. Точно. А, строитель, да-да-да. Ну, короче, ладно, я пока поскидываю, если не надо. Не нужно, точнее. 50 рублей начальная цена. Давай дальше, AirPods. Кто тебе сейчас скинуть? Sony. Сейчас. О, фига, у меня камера, может, одну камеру оставим? Ну, я скинул две, можешь оставить. Xbox я, наверное, один оставлю, пусть будет. И себе оставлю. Креслице игровое, нафиг оно такое мне надо? Так у меня это право собственности. Так, дом Влада 4. Опа. А у меня кнопочки до сих пор, кстати, при себе что-то. Что еще? Так, камера, это все надо. А, вот денежки-то все. Га, у меня при себе только сколько? 500 косарей. Офигеть. И плюс еще 13 тысяч долларов. Ладно. У меня тоже дофига. Что еще мне нужно? У меня просто, знаешь, сколько? У меня 18 тысяч долларов. У меня 13, плюс 500к, говорю. Так, вот это на, забирай. Наверное, это забирай. Пиво лимитированное от Влада 4. Да-да-да. Это блок какой-то. Сейчас столько все накидаем. PlayStation 5. Так, давайте, если не нужно, я проскидаю, потому что мне уже нафиг не надо, и все продам. На. Ну, доски, наверное, нужны. Вот это на... Ну, в принципе, мне кажется, мне больше ничего не надо. Остальное все мне надо. А, на толчок на 2. Все, сколько за это предложишь? А, ты еще не все скинул? Угу. Сколько за это предложишь? Все, я скинул. А, нет, мой рюкзак, дай. Всё. Дай. Замечательно. Ну, так что, сколько предложишь-то? Так что, сколько предлагаешь-то? Так что? 30к? 30к, ты серьезно? Капец. Да ладно, и так бабла у нас дофига, давай согласимся, пофиг. Ладно, да. Давай, 30к, ты 30к, давай. Скидывай. Я уже начинаю привыкать к этому. Что-то ты как-то много скинул. Что-то он мне... Тихо, все. Ладно, ну все, ладно. Что-то он как-то считать не умеет, или что? А транспорт купить? А транспорт? А, транспорт, давай. Он либо считать не умеет, либо что? Он мне скинул, получается, 150 тысяч. Как так-то, а? Его раб какой-то. Ну ладно, ладно. Что, сэр? Дебил какой-то, тут цены маленькие. Так-то да. Ой, айпадик, кстати. А, ну это мой, наверное, с прошлого раза еще остался. Ну-ну-ну. Вот вам строитель. Ага. Как он хиленький какой-то, а? Ну ладно, да. Пойдет, ладно, что нет. Погнали тогда. Ладно, давай, мы, короче, сейчас ведем строителя, скажем, что делать и вернемся к тебе. Ага. Погнали тогда. Погнали. Ну все, просто офигеть, как мы будем круто грабить. Реально. Что грабить? Просто. Ну, а, всяких... ты говорю, какой-то транспорт, где он? А строитель сейчас где, пойдем? Я думал, строитель с нами поедет. Строитель, ты где? Я не знаю. Че, надо взять строителя, пойти, пока он будет все там обустраивать, пойдем. Да-да-да, ну давай. Идет он, нет? Строитель, ты где? А вот он. Че-то он как-то потерялся, за нами, давай, погнали. Его Боб зовут. Боб строитель, давай за нами. Не пойдешь. Короче, слушай, у нас секретное логово, но если что-то скажешь, что пуля в башке, у меня знаешь, какие связи? Я твоего барыгу с 5 лет знаю, поэтому все. Ну все. Сколько он там говорил, что сколько барыга будет стоить? Мой барыга строитель. Ты еще ему дать 50 рублей обойдется. Ну хорошо. Что цены, которые он нам предлагает. Ну так-то да, блин, мы ему сколько там? Сколько мы ему айфонов накидали? Я ему 4 дал, и ты сколько? Я, по-моему, 3 где-то. Ну короче, ладно, давай сейчас расскажу, что делать. Смотри. Надо сделать подземный этажик, чтобы там был гараж, все дела. Мы забыли наш вот этот транспорт, слышишь? Какой? Который мы там оставили. Рядом.
Ладно, сейчас вернем. Короче, вот здесь копай, надо будет сделать подземный гаражик. Ты там найдешь, короче, там будет открытая комнатка. А мы за транспортом побежали. Что-то... Подожди. Ну ладно, давай. Блин, как мы так транспорта забыли, а? Опа, у меня есть рюкзачок. Сейчас до денежек скидаю все. Ну-ка. Скинь все свои деньги, чтобы я в рюкзачок все скидал. У меня слишком дохрена, ты чё? Ну ладно, давай на. Давай, скидывай. Первый на вот этот, который только что Берга нам дал. А вот это. А, у меня, кстати, кнопок еще дофига. Ну-ка, дай я пока кнопочки расставлю, у меня тут получается... Да, расставляй, я пока все возьму, чтобы купить на транспорт. А где тут можно их поставить-то? Ну давай. А я не знаю, где их поставить, у нас столиков больше нету. Мы столики у Влада А4, походу, не забрали. А, нет, вот, кстати, у меня есть столики. Отлично. Давай сюда. Ну-ка, давай, может, красиво получится. Может, подземном подвальчике тогда намутим, слышишь, вот это точечки, где у нас будет стоять кнопочки. А то что-то здесь не находится, непонятно, некрасиво. Все дела. Давай, вот так. Ну, у нас уже три серебряные, ой, какие-то серебряные, бриллиантовые кнопочки. И у меня еще есть одна. Куда ее поставить? В чем? Пусть здесь пока лежит. Ставь в лупе куда-нибудь. Я просто, мы просто уже накидываем здесь куда, куда только можно. Погнали. За транспортом, ты говорил, какой-то транспорт. Что делаешь? Я считаю, сколько у нас здесь. Серьезно? Хера у нас. Сколько? Больше 3 лямов-то точно. Оно не закрывается, что так? Не знаю. Ладно, пофиг, забью. Побежали так. А ты где? Я иду. А чего не закрывается, так и не понял. Ну ладно. Погнали, давай, транспорт какой-то показывай. Где, что, зачем? Да, сейчас я тебе покажу. Ну-ка. Имба. Мне даже интересно, что ты там придумал опять. Потому что со скутерами вот этими, или как это правильно называется? Да. Которые, кстати, мы там бросили. Забыли уже. Да. Хоть вспомнили. За ним придем. Так. А, ты посмотри, что я на голове таскаю, что-то забыл. Вообще такой качок, рука. Тогда я даже не заметил. Барыга. Ну, давай сюда. Пошли. Все, погнали отсюда. А ты чё? Я тут. А, я думал, типа, мы сначала отвезем это обратно. Ну ладно, давай тогда. Потом как-нибудь вернемся. Чё опять хотите? Короче. Ну-ка. Давай, то самое. Скидывай. Чё скидывай? Вот я хочу интригу сохранить, давай. Ну, ты понимаешь, Ника. Ну-ка, давай. 4 ляма. Ты чё, дядь? Три. Все, окей. Да это 3 ляма. Чё за банкомат здесь появился? Ну ладно. Ладно, давай. Допустим, у нас карточек. А, я должен скинуть, точняк. Сколько там у нас? 250 тысяч, 500 тысяч, еще лям, потом 2 ляма и 3 ляма рублей. Все, вот 3 ляма тебе. Я просто смотрю эти 3 ляма, мне так жалко их. На что? Это что? Это, ну сейчас увидишь. Все, теперь ты просто офигеешь, что там. Ну-ка, даже интересно. Так, пойдем сначала, нам надо топливо взять, поэтому погнали сейчас на скутеры вот эти наши, сядем. Давай, это... Вроде, конечно, это мой был, но ладно, давай тогда это. Да пофиг вообще, короче. Ой, опа. Я не туда сел, подожди. Я не туда сажусь, дайте мне сесть за руль. Давай. Да я свою машинку заберу, я хочу машинку обратно заберу. Пусть она будет у меня дома. Не машинку, а вот этот маленький велосипедик. Красивый он. Да, конечно, тоже топливо нужно, ну ладно. Поехали. О, кайф. Ну-ка. Да. А у тебя гаражик там открыт или нет? Гаражик. Да, открыт. Отлично. Чего-то гуляет. Что-то барыга гулять куда-то пошел. Сейчас ему этому пойдет в логово. Сейчас. А, кстати, я помню, когда он к нам зачем-то в логово заходил. Ты куда полез, дядя? Подожди-ка. Ну-ка, куда лезешь? Полежи, что короче. Бирка? Иди отдохни, короче, братан. Да, я пока загоню вот эту фигню сюда. Все. Отлично, я это загнал. Я с ним разобрался. Красава. Ну что тут у нас? Полежи там, все такое. Так. Тут 3 ляма. Ну давай, показывай, что ты там купил-то, даже интересно. За 3 ляма, в принципе, это довольно-таки нормальная цена. Где будем давай здесь на ставить? На мост давай. Ну давай на мост. Погнали сейчас. Покажешь хоть что там, даже интересно. Ну вот за 3 ляма это, конечно, вообще дешево. Ну-ка. Такого. Что ты там купил? Итак. Что за прохожие только что. Что эти прохожие только что делали, ладно. Хуйню открывается. Что это такое? И что ты купил? Не открывай. Он не работает. Так что, ты поставил? Что это? Опять он здесь. Ладно, он только что исчез, как-то странно. Так что ты? Подожди. Ну-ка. Ну-ка. Что ты там делаешь? Смотри, короче, все, нашел. Смотри, ставим. Опа, как его там? Давай, шамай, ахалай, махалай. Это точно так должно работать?
Да-да-да, полюбас. Ладно, сейчас собираем и... Наконец-то! Это что, самолет? Да, вот он самый. А сразу... ты же двоих взял, или ты только один самолет взял? Ты аккуратнее, ты меня, ты фигни не убей. Смотри, какой красивый. А я! А ты ботик остаешься. Давай. Ты как? Ты что, такой странно летаешь? Ладно. Ладно. А мне? Давай. И твой ставим. А топливо? Чек. Или там есть? У меня топливо. Видимо, придется идти заправлять. Погнали, заправим тогда. Ну, погнали. А у тебя топливо есть? Я помню, ты закупал в прошлый раз. Да-да-да, на Алиэкспресс. Да, я видел. Так, фига он копать начал. Ну, ладно. Ого. Давай, где топливо-то быстрее? Давай заправимся. Только где оно? Вот это уже совсем другая история. Прикольно, прикольно. Сейчас посмотрю. Ну-ка. Где? Ты помнишь, куда мы вообще скидали? Нет. А, я вроде помню, вроде сюда. Да, и нашел его. Отлично, погнали. Побежали. Я сейчас полетаю. О, да. Ну-ка, вот ну-ка. Ты теперь понимаешь, что 3 ляма это капец дешево. 3 ляма это... Ну, не знаю. Какие сюда стал здесь? Ты достал? Говорить за нами. Иди отсюда. Сколько лямное? Иди отсюда. Иди отсюда, а? Всем офигел. Давай, скидывай топливо. Давай, спасибо. А нафига мне столько? Мне одной хватило бы, ну ладно. Думаешь, хватит? А, так я же еще вторую заправлю вот это. Свой мопедик или что я там взял. Ой, что там, полетел молодой человек. Ну-ка. Опа. Так, все, у меня погнали. Пустая канистра, тебе куда ее скинуть? Ну пусть здесь валяется. Все, погнали! Ну-ка. Она не едет. А, во. Я... Она у меня не едет нормально. Че это за бракованные самолеты? У меня бракованный какой-то самолет, он вообще не хочет ехать нормально. Обман? А у меня... Ну-ка, давай, самолет, не, работай. Нормально. Подожди-ка. Нормально вроде. Ща. Я полетел! Я поехал покорять мир, все. Все, теперь наше ограбление стало намного эпичнее. Да-да-да. Как приземляться-то хоть? Это я понимаю. А как приземляться? Ты нажимай там, вот видишь, рычаг. Все, я вижу. А, я сейчас разобьюсь. Плавная посадка. Все, я сажусь. Плавная посадка, я посадил вроде, неплохо. А где мы их хранить будем, мне больше интересно? Сделаем специальный этот гаражик или как. Ну, прикольно придумал, ладно. А ты где? Дай я Google карты опять открою. Так, где наш домик находится? Еще потерялся, я вообще-то рядом. Да-да-да, я нормально. Вообще потерялся тут вообще. Я попробую сейчас на воду приземлиться, что будет? Не знаю. Ну ладно. А, все, я понял, куда, мне кажется, или я не понял ничего. Нет, понял, все, сейчас я домой прибегу. Домой. Не домой, а в подвальчик. Ну давай, короче, сейчас посмотрим, что там строитель вообще намутил. А ты где? О, не, он нормальный. Я тут уже. А, все, я тебе, кажется, слышу. Ну ладно. Ладно. Капец, качки, конечно. Да. А где наш? Где наш? А вот. Ну все. А куда самолет-то поставить? А пофиг сюда поставить. Ты гений. А куда в натуре нам их ставить-то? Блин. Ты уже придумал купить самолеты, и оставить нам их негде. Подожди, сейчас все решу. Ты главное... Опа, смотри, я в бокс его убрал. А мой так можешь? Конечно могу. Бери, пожалуйста. Опа. Все, держи. Все, спасибо. Бокс. Удобненько это... даже. Ну да, ты что думал, это прям... А, дай я заправлю свой новенький транспорт. Подожди-ка, вот здесь заправлю. Упади. Опа, ну, а что это на туалете? Не знаю. Сейчас. Что там у нас? Второй! Что за обман? Слушай, так, ладно, Рони, короче. Стрим, может, пойдем спать пока что? Да, мне кажется, он еще не закончил. Завтра посмотрим, что он там сделал. Так что все, давай тогда, я спать пошел. Только дай я масочку наконец сниму. Ты, кстати, тоже масочку сними. А точно, мы что-то в ней гоняемся. Да. Ну ладно, все, давай, спокойной ночи тебе. Посмотри, что сделал. Что ты там сделал? Ну-ка. О, да. А, ты на ком себе поставил? Неплохо. Ну ладно, короче, все, давай, спокойной ночи, я спать пошел. Ой. Ой, все, давай, пока. Давай, удачи. Все, я спать. Ой, так, ладно, быстренько просыпаемся. Так, что там, Рони? Справился, тачку полный бак. О, здорово. Что ты делаешь? Я песню новую быстро слышал, знаешь, честь ограбления. Помнишь, вчера его ограбили? Понял, да. Если ты не забыл, конечно. Да помню. Ну что, кого сегодня грабим? Да, как традиция, опять Рони все узнал, естественно. Сегодня мы ограбим миллионера. Прикольно, какого... Короче, история очень интересная. Я, короче, ну, на своем этот, как называется, эта хрень забыл.
Ну, типа там, где все разные такие грабители, все такое сидят, ну ты понял. Да-да-да. Вот. И там, короче, я нашел, типа, мне написали то, что реально можно его грабить. Он, короче, вот ты просто не догадаешься, где он находится. Где? Он, короче, находится посреди моря. А, ну такое? Все-таки нам когда-нибудь пригодятся вот эти наши. Вот. Отлично. Как раз-таки, да. И мы сейчас и поедем, в принципе. Просто самолеты будет так все спалят, а вот на них ну, нормально. Давай-то я сразу сейчас все ненужные вещи выкину куда-нибудь. Так, сейчас куда-нибудь сюда запихаю. Тоже. Самолетик тоже сюда. Кидать. Ой, дошики откуда-то. Я забыл, откуда у меня дошики, но откуда-то у меня дошики. Что у меня тут есть? Mm-hmm. Ну все, у меня, короче, так. Я все убрал, в принципе, более-менее. А. У меня денег, конечно, много. А я канистру с собой возьму на всякий случай. Возьми. Я решил оставить ее так, похавать. Все, я все убрал. Ну все, я готов, погнали тогда. Так, маску я возьму. Подожди, сейчас. Ну давай. Маску точно, я вообще про нее забыл. Ну, возьму, наверное, куалу. В принципе, она симпатичная. Так, все я готов, я тоже. Погнали тогда. Оружие готово. Ну что, давай тогда... Мной, да. А, кстати, у нас везде сделали вот такой вот... Дайди. Что там? Ты же сказал, посреди моря находится. Ну давай да, тогда. Как раз. Давай сейчас. А что там строитель работает? Ладно, давай потом посмотрим. Давай потом сначала ограбим, потом вот так. Это будет гораздо получится. Стоп. Опа, поехали. Нет, не поехали, я не могу ее нормально выкинуть. Сейчас. Да я... Да вот что там сложного? Так, все, отлично, погнали. Так, поехали за мной тогда. Сейчас, подожди, давай, погнали. Опа, смотри, там что-то есть. Что ладно. Там? А, ну да, как все понятно, погнали. О, птичка все какая-то. Правда? Давай, так, я за тобой. Опа. Обгоняй, давай, погнали. Да, за мной есть. Ну, давай. Ну, интересно, посреди моря. Прикольненько. Да. Главное не спалиться. Так. Стоп, мы какую-то яхту или что грабим? С кого мы грабим? Миллиардеры или... Ну да, мы грабим какого-то миллионера, даже их, по-моему, двое. А, вот. Нифига себе. Там, ну типа, ладно. Писали. И она вообще недалеко находится, поэтому нам сильно плыть не придется. Ну и ладно. И топлива нам точно хватит. Так, это не вот эта, если что, лодка. Ага. Вот она. Посмотри это? На там это. Что-то, там кто-то плавает? Подожди. Кто-то плавает. Давай-ка так. Так, маску одевай. Маску. У меня маска одета сразу была. Ну-ка. Я предлагаю, короче... Смотри, можем там оставить эти и этот. Давай здесь оставим и доплывем как-то сами. Кто не спалит. Палит. Давай вот так, все. Опа. Ну-ка, погнали. Опа. Погнали. Так, плывем, плывем. Главное сейчас не спалиться, потом... давай аккуратненько. Да, у тебя оружие, ты что, есть? Да. Автоматик мой. АК-47 готов всегда. Все, отлично. Так, что там? Так, что там еще мог? Кто-то есть. Там слишком много народу, тебе так не кажется? Да, по-моему, я слышу, там какая-то дождь, что ли, у них слышишь, что они говорят. Я там вижу охранника какого-то. Кто, блин, стрёмненько. Да. Там... О, вот там охранник. Давай, аккуратненько. Ой, аккуратненько, вот так. Ну-ка. Тихо. Они прям там стоят, давай-ка. Тихонечко. Так. Ух, тихо. Охранник на шестой раз, аккуратненько. Ну, давай, тихо. Давай, сейчас почти, давай. А где подниматься будем? У тебя лестница есть какая-нибудь, может? Вот здесь просто. Чего? Там окно. Думаешь, мы там не пролезем. Давай нормально, давай смотри. Вот, смотри. Не сможешь. А у тебя кирка. Ты серьезно? У меня лом есть. Тихо, там какая-то девка меня еще не спалила. Вот так. Блин, я криво поставил. Ай, ты что сделал? Мы в туалете вообще оказались. Ну, сюда. Опа. Там, слышишь? Кого-то заметил. Опа. Тихо, давай сюда. Заходи сюда пока, давай, аккуратненько. Быстро. Там кто-то ходит. Так, приготовь здесь? Сразу оружие. Что там? Там денежки были? Давай кроватку заберу, давай все забирать, в принципе. Почему нет? Ну, да. В принципе, барыги все продадим. Так, на блок тебе вот это. Давай, тихонечко. Да, так. Опа. Давай вперед, я за тобой пойду. Так, ну-ка. Тут у нас что? А здесь? Ничего там? А тут что? Там? Опа. Ну-ка, что это? А, это... О! Тихо. Все, красава. Я вот оружие уже подготовил. Слушай, что у меня глушитель есть. Все, отлично, у меня тоже. Ну-ка, давай. Пошли сюда. Так. Там здесь были все. Мы здесь были все. Я понял. Придется наверх. Тихо. Давай оружие сразу подготовлю. Ну-ка. Ну, лучше ломика все равно вырубать. У меня есть пистолетик, он потише будет. Тогда мы не успели просто реагировать. Слушай, давай сюда. А, это ванна, блин. Ну ладно, тоже. Хотя мне это не надо уже, у нас столько туалетов. О, пивной автомат пригодится. Ага, прикольно. Столики, стульчики, я все заберу. Так, что тут? Ну-ка. Денежки. Там денежки нормально. Есть, ну-ка, давай-ка я хоть что-то посмотрю. Ничего нету. Микроволновочка, нам пригодится. Я все забираю. Ты все забрал? Тихо. Блин. Я убил челика случайно. Напугал меня. Ой, еда. Ой. Что там? Ой-ой-ой. Что там?
Все смотрят. Тихо-тихо-тихо. Распалили, что ли? Походу, да. Слышь, ты. Все. Ну-ка. Мы всех расстреляли. Серьезно? Девка какая-то. Слышь? Подожди. Подожди. Девочку, ладно, девочку не трогаем, ребенка оставим живых. Ладно, ладно, так. Не будем ее трогать. Девочка, просто иди ты отсюда. Ничего не видел. Все, уходи, уходи, просто мы тебя не тронем. Все, может. Может, ты банду воров возьмел свою? Девочка, ты где? Хочешь к нам в банду? Все равно родителей вообще нету. Ладно, не смешно. Не знаю. Ну подумай, так, подумай, мы пока пойдем погуляем еще. Погнали, посмотрим, ладно, еще что-то ладно. Есть. Мы такие жесткие, капец. Хотя бы вроде их не убили. Думаю, станут полежать. Чуть-чуть. Там где-то валяются, ладно, ничего страшного. Давай быстренько все забирай. Если что, барыги все продадим. Стульчик еще один. Давай вот тут, тут вроде еще какой-то... Давай здесь опустимся, посмотрим. Так, давай куда в следующий ролик ты где? Давай сюда пока что. Опа! Это что такое? Это сейф, походу. Давай сначала здесь обыщем, потом посмотрим, что в сейфе. Тут детская... А, ну я понял. О, нифига! Денежек неплохо. Так... А то я все забираю. Так, опа, о, какой... О, Razer? Ага, Razer, неплохо, неплохо. Razer. Вообще пофиг. Так, давай все забираем. Тут бумажки какие-то, прикольненько. Так, ну календарик, ну давай на всякий случай возьмем, красивый вроде. Зачем нам кроватка? Ты что делаешь? Давай попробуем сейчас. Я воротер уже какой-то. Ну пофиг, ладно. Давай попробуем открыть это. Давай я открою пока. Отлично. Опа. Фига здесь сейфов. Ну-ка. Офигеть, посмотри, сколько здесь бабла. Офигеть. А, ладно, это мы не трогаем. Это мука какая-то. Так, мука какая-то. Так, это что такое? Тут бумажки какие-то. Доллары. Ну-ка, подожди, я посмотрю, что это за бумажки. А у меня места нет, куда кидать. Ладно, я стульчики выкину. Что это такое? Лицензия на оружие. Ага. Ну, лицензия на оружие, как думаешь, нам нужна? Возьми. Ну, пусть будет, ладно. Где у меня рюкзак? Вот он. Да я все накидаю в рюкзак, потому что у меня места вообще нету. Офигеть, бабла здесь на самом деле. Так, ну да, давай сюда. Ну, миллионер. Может, сейфиков парочку заберем? Как думаешь? Кстати, можно. А то у нас всего один сейф, мы там еще... Вот что это такое? Зачем столько туалетной бумаги в сейфе? Ладно, упаковочку заберу. Нага чисто. А, паспорт. Я тут паспорт нашел. Карточки какие-то. Я все заберу. Я просто все заберу. Это что такое? Мука. Зачем в сейфе просто муку хранить? Ладно, гении. Пошли. Это не просто мука. Ладно. А, ну я вот это тоже заберу. Оно вроде красиво выглядит. Что-нибудь как-нибудь. Так, что у нас здесь? О, еще 20 тысяч нашел. Тут сколько? Блин, неплохо. Я все буду забирать. Просто все, забирать, все продадим, да, барыги, да. В принципе, почему нет? Я тоже много чего нашел. А, так, тут будильничек, ладно, все так. Дела. Тут на что? Что там? Да, iMac, yeah. О, отлично. Ты посмотри на это, ты посмотри на это. MacBook, опа, это мое, черт. Короче, это все барыги продадим, пофиг. Ну и тетрадочка какая-нибудь, что тут у нас или в ящике? Или мне отдадим. О, айфончик. Неплохо, неплохо. Тут еще деньги. Офигеть. Опа, ну-ка. Я заберу тысячу. Хорошо, забирай. Ну нормально, в принципе, думают. А, о, ну тут еще. Красивые. Часики красивые. Забирай все, что видишь. Тут у нас все забрали. А еще один календарик, ну тоже заберем, что у нас тут. Все, здесь больше ничего нету. Ну давай еще это тоже заберем. И, короче, можно уже, наверное, сваливать отсюда. Хотя да, мы вроде все. Подожди, мы пока... точно все обыскали? Да, вроде все. А я в этом что-то не уверен. Давай сейчас поднимемся, еще посмотрим. Самое главное, сейф-то забрали, и остальное-то пофиг. Так. Давай полностью. Давай трупы, слышишь, обыщем. Так-то. Кстати, можно, можно. Так, опа. Ну, капитан, не знаю, давай миллионера лучше обыщем. Так, что у нас тут? Ой. Так, у него тут какая-то... А, ладно, это не нам. Ой, там деньги. Ну-ка. Ой. Чё, смотри, сколько так шаримся. Стоп. Фига. А, офигеть, охранник очнулся. Слышишь, охранник. А, стреляй в него. Опа. Красава. Минус один. Так, ладно, этого мы обыскали. Где второй? Там второй был. Так, опа, еще один, давай. Так, я тут паспорт... Слышь, я у них еще и паспорта их нашел как-то. Давай. Обыщи пока второго. Давай. Четыре паспорта. Нафиг нам, конечно, нужны, ну ладно. Его вроде ничего нет. Вон что-то, вон что-то. А, во, вижу. Ой, чуть не упал. Опасно. Опасненько, да. Ну-ка. Опасненько. Ну так ты вроде мы все. Ну давай это тоже, может, заберем. В принципе, столик неплохой тоже. Сейчас все заберем. А у меня место-то есть? У меня уже места просто нет. Ну ладно, ничего страшного, все. Вот эти стульчики на нафиг не нужны. Все, погнали. Так. Ну-ка. Ты же слышишь какие-то звуки? Да, я слышу. Приготовь сразу оружие. Так, ну-ка. Кто тут? Давай, иди первым. Я сзади прикрою. Тихо. Так, ну-ка. Так. А, тихо. Это девочка, точно. А, девочка. Короче, ладно, давай все, уходим отсюда, пофиг. Мы все забрали, все, что могли. Так, ты где ничего не видела.
А, выход вот с этой стороны, все, уходим. Подожди. Вот, держи тебе пиво, девочка. Какой ты добрая. Ну ладно. Ладно, вот забери, дай сурму. А куда плыть-то? Покушай сурмы. Все. Все, давай, погнали. Че ты где там? Я уже вон, я тут. Все, погнали. Давай. Уходим. Ну так-то четыре, я четыре паспорта нашел, а ты, что ты делаешь? Поломай на последок. Ладно, пошли. Я четыре паспорта нашел и четыре карточки. Я думаю, они нам, наверное, пригодятся, скорее всего, хотя я в этом не уверен. Ну посмотрим, ладно. Да. Сейчас мы на барыге сразу так дойти. Возможно, это копии одного паспорта или что, как думаешь? Слышишь, походу они уже звонят в копов. А, давай тогда быстрее, все, уходим быстрее. Так, ну быстрее надо, быстрее. Давай. Они там в полицию куда реально звонят. Быстрее. Да, ну, значит, вот полиция с нами приедет, и нам такое себе конец. Все, понял. Я думаю, мы их убили, а там, оказывается... Ладно. Все печально. Так, давай уходим. Подожди меня, они... Так, все, я готов. Так я все равно не помню, куда ехать. Дай-ка карту быстренько хотя бы открою. Подожди. Все, вижу. Погнали, нам вроде в ту сторону. А я помню, куда. А, ну давай, я за тобой тогда буду ехать просто. Ты уверен, что помнишь, да? Попался. Да-да-да, естественно. Только ты не в ту сторону, кажется, поехал, ну ладно. Не-не-не. А, вот. Я в другую сторону вообще поехал. Ну ладно. Так и было задумано, на самом деле. Понимаю, хорошо, без проблем. Ой. Я уже на пути домой. Может, сначала к барыге заедем? Так, Ронни, ты едешь? А, ты уже... Да-да-да. Ладно. Хорошо. А, там менты. Что там? Гони. А, ты менты. Я в другую сторону поеду. Ладно, давай разденемся, встречаемся у барыги, давай. Сейчас я мента... Подожди, сейчас я как-нибудь... Блин. А, где ты? Я косой. Так надо ему сейчас... Я не могу в него попасть. Страшно. У меня патроны кончились. Короче, я понял, я сейчас сделаю, я знаю, что я сделаю сейчас. Я ему сломал катер. Отлично. А, он утонул. Я за мной этот гонится. Ронни, помоги. Я знаю, как я сделаю. Я попасть. Я лодку украл. Серьезно? Да, случайно. Отлично. Так я тут встал в барыге рядом. Стоп, так все. Они что, отстали от нас, что ли, или что, где они? Не знаю. Ну-ка. Ну давай я лодку украл, другого сбил. Что-то. Этот за мной едет. Я так сейчас заметил. Вроде стреляй в него. Давай. Мимо, сейчас. Да, я сейчас за тут доеду. Все, сейчас. Опа. Да. Отлично. Красава. Ну-ка, всё. Давай, короче. Подожди, давай вот эти. Чё? Давай к себе заберём. Так я вот об этом и думаю. Давай я один сейчас загоню, и тот заберу. А второй где? А второй-то там куда будет делся? Ну ладно. Сейчас. Давай сразу к барыге как раз съездим. Садись, я тебя довезу. Эй, Ронни. Садись. Так. Всё, погнали к барыге тогда. Как раз продадим ему всё ненужное. Нормально, чисто заскамили. Ага. А он, по-моему, там где-то был. Или где он? Я не знаю. Ладно. Утонул, все. Короче. Ничего страшного. А, точно, я же его сбил, я забыл совсем. А, ну ладно. Помнишь, все, короче, давай пока, давай сюда. Потопил минус, короче. Все, подумаешь. Все. Погнали быстренько сейчас. У, тут тачка чья-то. Ну ладно. Потом, опа. Прикольно. Нам... Давай сейчас. Тачка будет? Похоже, круто, да. Круто. Похоже, да. Ну-ка. Барыга, конечно. Дару, барыга, дарова. Испугали, что надо. Ну, здравствуй, бред. Здорово. Короче, давай мы сейчас тебе сдадим все, что мы тут... Все, что у нас появилось. Ты, кстати, карточки кредитные принимаешь, все дела, может быть. Паспорта, там все дела. На тебе алкоголь для начала. Продать карточки давай. На, вот тебе карточки тогда. Паспорт, еще один. Ну, стак туалетной бумаги на... Про... Вот тебе сигарет, кровь. Так, что тебе еще-то дать? Сейчас я придумаю. Айфончик XR на... Потом что тебе? Микроволновку, скорее всего, нам оставлю, пусть будет. На будильник, нафиг мне нужен, кроватки на... А, ящики вот оставлю. Вот на... Где у меня рюкзачок-то? Вот он. Ну-ка, что у меня здесь есть? А, вот, давай сейчас я накидаю все, что. А, Razer Book, вот наверное, оставлю, мне что-то нравится. Вот это на... Забирай ключи, так сказать, от этой лодки, все такое. Что еще у нас есть? А, я, кстати, у них еды еще подворвал немножечко. На, вот это. Что тут у нас еще? Вот это. Какие-то бумаги я им тоже, наверное, отдам. Mm-hmm. На продажу что-то. Лодка? Мы катер ограбили. Там ключи от него, походу, я не знаю. Ну-ка. Щелка это кредитная карта. Ну все, вроде, я ему все отдал, то, что хотел продать. Вот, еще. Ну, стульчик, на. Вот, нет, не все, вот это. Часики оставь. Ты что-то скидываешь? Только сейф не забирай. А? Сейф оставь. У меня нету сейфа ни одного. Да,
Ты чё, их потерял? Надо было их оставить там в блоке. Я его, походу, вообще даже не взял. Ладно. Ты, может, взял? Я взял. Нет, не взял, серьезно. Ну ладно, пофиг. А, я их взял, точно. Ну все, отлично, отлично. 7 сейфов. А, подожди, сколько? Сколько дашь ты деньги? Да, я только сейчас понял. Пришел такой без денег, Сема. Я думал, ты сначала заберешь, потом ладно такой. Ну сколько дашь за то, что мы тебе накидали? Мне не нравится твой тон, мне очень не нравится. 30 тысяч! Ладно, я уже смирился. Да пофиг, я уже привык тоже. Давай, 30 тысяч, так 30 тысяч, тоже неплохо. В принципе, все, отлично. Все, давай, пока тогда. Ладно, давай, все. Да-да-да, погнали. Все, погнали. А ты что, тачку заберем, не? Он что говорит, стойте. Что стойте? Что случилось? Что там? Еще можно денежек. Так тогда. Да-да-да, что? Совесть замучила или что? Ну-ка. Че? Что? Нет, не знаем. Не-не-не, подожди, знаем. 1337, такой пароль, да. Да, ну ладно, я не знал. Ой, псина какая-то. Ну ладно. Нет, на самом деле, не такой пароль. Ну ладно. Она не заправлена. Ладно, фиг с ней тогда. Пофиг, давай. У тебя мне же есть. Погодь, я ему еще не все продал, то, что хотел. Да я ему последнее отдам просто в подарок, пофиг. Барыга. Подарок. Барыга, на, забирай, тебе еще в подарочек просто так бесплатно отдаю, нафиг он мне нужен. Все, нормально такой подарок. Че не работает? Ой, все, я уходим. Давай просто сваливаем, все, пофиг. Подожди, я заправил уже тачку. Ага. Полный бак, как говорится. Серьезно, ты заправил? У нас теперь тачка появится. Ну теперь у нас тачка. Все виды транспорта считаю уже. Ну давай, отлично. Ой. Давайте на этом тогда. Так, здрасте. Ты куда? Я пешочком так, короче. Все, я пошел, давай. Доедешь, короче. Кто водный байк кто-то забирает? Слышь, там какой-то прохожий за мной идет страшный, мне не нравится. Ой, и там мент еще что-то. Ой, я к тебе. За нами тут что-то и прохожий, и собака бежит, что-то страшное, даже заходи сюда. Ты куда? Что вам надо, прохожий? Что вам надо? Что вы с нами идете? Что вам надо? Ничего. А, так идите, все. Пугай еще тут, а. Похоже, его псинка. Собака, иди. Собака, фу-фу-фу, иди отсюда. Иди за свою. Вот шаурма тебе и свалишь отсюда. Отлично. Все, ладно, давай быстренько заходим сюда. Закрой быстро дверь, чтобы эта собака к нам не зашла. Все. Ты на ключ, все заблокировал дверь. Ты послышишь там? Ладно. Там менты были, только что мне послышалось. Ну да ладно, пофиг, ничего страшного. Все, возможно, послышалось. А возможно, и нет. А? Так. Я сейф забрал. Короче, дай сейф и снова посмотри, сколько у нас в общем денег. Просто... Ну, у меня... А где мои деньги все? Стоп, куда я их положил-то? А во! Ну, так-то у меня очень много даже. Скинь мне все, сейчас поставим. Нам по $10 вон, на. О. Нифига себе. Ты посчитай пока, сколько у нас бабла, я пока тут более-менее как-нибудь еще украшу комнату, почему бы нет. Только куда это сложить? Там вроде это не закончил еще. Что? Ты че? Строитель не закончил? О, Петя. Или как думать? Или это не Петя? Это Петя. Это Петя, да. Брат, Петя, здорово. Держи шауку. Так, ладно, что у нас еще? А, я еще лицензию на оружие оставил зачем-то, ну ладно. Календарик, ну пусть у нас календарик тоже повисит, а все, что, у нас нет ни календаря, ничего. Ну, пусть. Что-то там полицейский как-то рядом да, стоит. Да мне страшно. Тоже это пугает, что полицейский где-то рядом здесь ходит. Ну да ладно. Давай тихо будем просто и не спали там. Я предлагаю спуститься вниз, посмотреть, может, он там закончил, я думаю, ну, уже. Так-то да, ну вроде шума нет, так что вообще пофиг, так, посмотрим. Ну-ка. Фига, ты быстрее. Нормально так, кстати. Ну он закончил вроде, но... Пустовато. Ну, как-то, мне кажется, дерево не очень как-то спорится. Ну, потом, может, опять его вызовем, пусть переделает, почему бы нет. Давай тогда сейчас как-нибудь обустроим, почему бы нет. Хотя он... ты здесь сейфы кладешь? Может, тогда все кнопочки сюда перенесем заодно? Думаю, да, может. Просто они там, их слишком много у нас. Давай я пока с серебряных начну, было тогда порядок. Было бы неплохо, как говорится. Так. Ой-ой-ой, так, что у нас тут? Давай я пока все серебряные перенесу. Ой, я тут уже... Короче, ладно, быстренько вот это все забираю. Что? Какие-то звуки. Тука. Там кто-то... Ой-ой-ой, тихо-тихо. Дверь пуля непробиваемая, он не сможет зайти. Да она вроде замаскирована, они не могут нас спалить. Если спалят, конечно, будет опасненько. Блин, гараж не закрыли, гараж. Гараж закрой. Я пока вот это, кнопочки все повешу. Тихо. Все, гараж закрыли. Что там? Тихо-тихо. Гараж. Блин, как страшно туда... Там, мне кажется, очень много народу, подожди. Я так тоже слышу по звукам чисто по голосам. Слушай, давай попробуй из гаража сейчас вылезти и посмотреть там, что вообще, кто там находится. А я уже закрыл его. Да я как-нибудь выберусь сейчас, посмотрю. Блин, там их очень много. Они не зайдут через дверь, я уверен. Слышишь, мы у барыги рядом оставили вот этот, один из
Как это шутить называется? Блять, куда-то ставили. Теперь понятно, почему не нас спалили. Черт. Ладно, давай пока кнопочки все я перенесу потихонечку, пофиг. Они все равно сюда не попадут. Надеюсь. Полюбас не попадут. Давай, все. Ну, кнопочки, кнопочки, так. Давай, что там барыга еще делает? Там барыга еще? Он же нас не спалит, он же и знает, где наша база находится. Блин, опасненько. Страшно, страшно, Нюль. Ну-ка, ладно. Мы с моего бункера собрались, пошли вон. Че он там кричит? Бункера. Бункера? Он дурачок. Теперь все будут знать о нашем месте. Ой-ой-ой, блин, опасненько. Надо ему написать, так. Напиши пока. Я пока все перенесу потихонечку. Я все написал, ты дурачок, не надо говорить про бункер, все. Отлично, молодец. Ты показал все такое. Давай, мы сейчас тут все так перенесем. У меня кирка сломалась, блин, серьезно? Ладно. Ой-ой-ой. Здрасте. Здрасте. Все поживы, у меня оружия, нет патронов. Меня псина кусает. Я псинку убил. Ой. Все. Тупой барыга, дивали отсюда, что нас спалил? Так, серьезно что ли? Еще одно убийство, круто, прикольно. Девочка, иди отсюда, девочка. Ну-ка, какая девочка? Че там, кто там? Давай еще полицейского. Давай полицейского, не понял, что ты там не понял? Застрели, у меня патроны кончились. Все, отлично. А, все. Девочка, все за тебя. Какая девочка, где она? Че, она плакать начала? Да пошел она нафиг. Издеваешься. Мне просто надо спать. Ну ты жестокий. Да пофиг. Ну, может, они проснутся, забудут. Ага. Будем на это надеяться. Мы дали ей шанс убежать, но насчет сюда от ментов привела. Нафига? Непонятно. Ну ладно. Смотри, более-менее все переставил. Так-то вроде нормально выглядит. Смотри. Угу, отлично. Нифига ты не видишь. Рюкзак? Рюкзак? Не знаю. Тебе еда нужна? Кто где? Я тут еды немножечко у них подворовал, на. Можно, кстати, подожди. Я тебе мяско сзади кинул. А, блин, ну, давай я сейчас проверю, что точно дверь закрыта, чтобы никто больше не пробрался. Все, дверь открыта. Что, что? Я не знаю, как они зашли. Она пуля непробиваемая. Так, ладно, давай тихонечко все. Оружие, если не хочешь, приготовь. Они могли зарезать свои. Чего? Ну-ка. Он проснулся, что ли? Слышишь? Еще давай просто ему в голову стреляй, пофиг уже, все. Такие жестокие, капец. Пофиг, ничего страшного. Так, Рони, короче, давай быстренько сейчас посмотрим, что там у нас. Так. Ох, сколько у нас денег. Просто знал бы. Все, так, девочка, просто лучше сваливай отсюда, забудь, что ты видела. Все, просто, и тогда останемся в живых. Давай, вали отсюда. Все. Все, стрелять не буду. А, все, дверьку быстренько закроем так, чтобы ее уже вряд ли кто смог открыть. Как они открывают, я не понимаю. Я не знаю. Блин, это страшно было даже на самом деле. Нас чуть не спалили, точнее, нас спалили. Но мы вроде всех устранили, Походу нам надо вниз переезжать. Ну вниз мы переедем. Может, какой-нибудь проход сделать, чтобы у нас был какой-то план наступления всегда? Секретный какой-то. Да-да-да. Иди сюда, просто посмотри, сколько у нас денег. Ну-ка. Вот, вот эти вот первые два. Фига себе. Че? Подожди, мне на телефон какой-то... Мне тоже какие-то новости. Какие-то. Сегодня была ограблена яхта знаменитого миллиардера, тела были найдены на них. Ага. Яхта, больница. Ничего себе. Ну как тела, мы же их не убили вроде. Кто знает, короче. Ну я не знаю, может померли все-таки как-то. Ладно, ничего страшного. Надо завтра, короче, будет вызвать опять строителя и начать уже делать тогда какой-то план вступления. Бункер уже. Ну все, тогда да, ладно. Мне кажется, стену тоже надо заменить. А? И мне кажется, все это надо будет... Да, согласен. Завтра мы... Одна зажигалка и все, считай. А, ну кстати, да, на самом деле. Ну ладно. Короче, я тогда пойду лучше спать, на сегодня уже, думаю, хватит. Так что давай, спокойной ночи. Я тоже, давай. Все, да-да, все, давай. Спокойной ночи. Ой, так, ладно, быстренько просыпаемся. Чё за фигня? А откуда здесь только, ладно, этих, пофиг. Так, ой, я застрял. Рони, ты где? А чё, у него свет горит? А где он? Ты где? Что что ли? Чё там? Ну-ка. А, вот он ты! Доброе утро! А ты что, уже проснулся? Да-да-да, помнишь, мы вчера забыли? Там вот у барыги, я вот сгонял. Пока ты там. Ну, здесь еще два стоит, как бы в гаражик надо затащить, ну ладно. Да-да-да. Ой, здорово! Ты кто такой? Какой-то пацанчик? Если расскажешь, что... Ну... Какой еще блендер? Ну, давай потом как-нибудь потом поговорим. Че? Банда? Какая банда? Сестра. Че, это ты что-то там сказал? Или да я не там? Знаю, они что-то там... У нас их четыре просто.
Или 5 даже. А у нас 5. Это, походу, пацанчик, короче, вот это брат той девки, которая была вчера на яхте. Похоже, а, похоже та, на это. Та самая? Да-да-да. Да блин. Что ты делаешь? Печально. Ой. Я закрываю гараж. Ну все, ладно. Куда сейчас? Кого сегодня грабим? Есть что идея? Что без футболки сегодня? Что грабим? Ты сегодня без футболки, жарко. Ой, да я оденусь, я забыл вообще одеться. Подожди секундочку. Сейчас, сейчас, я оденусь, сейчас я оденусь. Подожди. А то как нехороший человек ходит. Все, сейчас оденусь. Так, все, переоделся. Их еще больше стало в моей комнате, что за хрень? А мне, да, лампочки. Что там? Что там? Да у меня в комнате как... Смотри, сколько Петя, а? О, Петя. Петя, откуда вас столько набралось-то? Размножается, видимо. Ну-ка, Петя. Нет! Все, 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 не буду я их трогать. Ладно, куда, кого грабим сегодня, что делаем? Погнали к барыге сначала, это секрет, кого мы сегодня ограбим. Серьезно? Ну ладно, хорошо. Но он очень богатый, мы получим, мне кажется, 100 ограблений миллионов. Так, 50, может. Серьезно? Не знаю. Ну ладно, давай, ладно. Примерно, по моим подсчетам. И сделаем кое-что очень веселое. И сегодня у нас, получается, юбилейчик, сам понимаешь. А, ну да, ну да. Ну, короче, ладно, давай быстренько к барыге сначала. Тачку мы, кстати, так и не забрали вроде, ну опа, ладно. Опа, здравия желаю, товарищ. Так. Что там? Ой, у тебя сломался. Здорово, короче, покупай, что хотел. А, кстати, так, еще ну... по поводу строителя. Можно строителя еще раз вызвать, просто нам так, как ну, бы... Ну, тут самый товар, да, сам понимаешь. Тихо, отвернись, ты еще маленький. Ладно. Давай. Что там за давай, фигня, давай. А? Ну-ка. Давай, давай. Точно. Ну, блин, я же заказывал. Я не смотри. Не смотри, не смотри. Ну-ка, скидывай, ну-ка. Скидывай. Что там? Ну, самое. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну да, именно да это. Что там? А, с вас 10. Ну, подумай здесь, сейчас скину. Ну, давай, давай, что там у нас? А. О, офигенно. Товар. Чё? Я сейчас увидел, а? Ты посмотрел? Я случайно, ну, ладно. Допустим, где я ничего деньги? Не видел, хорошо. А где у меня деньги? Мы деньги там выложили. А, кстати, у меня деньги, подожди, сейчас у меня вроде были деньги. У меня тоже их нету. А можно так потом как-нибудь занесем? Ну, я потом занесу тебе. Давай, товар. Да, и все, я потом занесу. Все, потом все принесем, да-да-да. Все, отлично. Давай, поднимайся. Брат, ну, естественно. Давай, скидывай быстрее, а что такой долгий? А что еще ты? До Китая спал. Он, или он скинул уже? Я только что-то подобрал. Нет. Динамит, что-то 32 штучки. Ну это мне, давай. Ну я понял, я хорошо, ладно. План 200, да-да-да. Ну все, погнали тогда. Погнали. Если ты динамит купил, вот, да, там какую-нибудь кнопочку, есть. Что-нибудь такое. Зажигалочка есть. Что? Присутствует. О. А, все, вижу, ну я потом тебе занесу. Вроде я обратно забрал, не? Да блин, что-то мне трудно. Еще 500, серьезно? Ну ладно, что теперь куда? Мы не вернемся больше, все. Куда теперь? Забыли про эту барыгу. Погнали, за мной. Ну-ну-ну, погнали. Самолет у тебя с собой? Не знаю, подожди, вопрос. А где он? Я не знаю, где он у меня даже. А его потерял, походу, не? Короче, смотри, встань вот сюда, вот я тебе прикол покажу. Ну-ка, чего? Сделай, просто посмотри наверх просто. Там самолет ну, какой-то сторону. Летит, я вижу. Мы ограбим самолет. Серьезно? Кого самолет, ты узнаешь чуть позже, да? Самолет чей-то грабить? Ну-ка, подожди, где мы, ладно? Я понял, сейчас найду свой самолетик, где он тут? Ну, а я не знаю, где он. Стоп, а где он? Я его убрал. А вот, я его нашел. А, ну отлично. Погнали, сейчас мы ограбим это все дело и будет. Все, все, погнали, давай. Серьезно, так... на самолете будем сейчас грабить. Я особо летать так-то не умею. Я могу промахнуться. Ну ладно. Будем надеяться на лучше сейчас. Ладно. Эта фигня. Ну-ка. Какого мой, можешь тоже поставить? Какого там открыть, ты помнишь? Ну-ка. А, так давай сейчас. Опа. О, все, отлично. Ну и? Он не ставится. Не работает? Сломанный. Подожди, а так? О, все, отлично. Скинь мне свое, поставь. Я тебе скинул вообще его. А, вижу, вижу. Так, давай. Опа. Все, шикарно. А что, у него топлива нету? У меня вроде было. У тебя было топливо? Да-да-да. Оно, походу, слилось куда-то. А у тебя топливо есть? Я меня понял, ладно, тоже. Давай, 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 я с тобой. О, тут перышко что-то. Походу, ну знаешь, типа в этом, ну-ну-ну. Это называется. Протекло вот этой коробки, скорее фигово. Всего. Фигово. Так у меня это в ящике лежало. Ладно, забьем, надеюсь, что все идеально, да. Все чистенько. Все чистенько, да, идеально. Да, у тебя еще? Есть этот? Что? Баки, получается, у тебя присутствуют? Канистра-то? Да, канистры. Я их выкинул. А, вот я нашел, все. Шикарно, шикарно. Пошли. Я пустые выкидывал. Ну ладно, давай, погнали.
Можешь тоже заправить тогда, пока я там бегу? Так уж и быть заправлен. Давай, так, давай. Сейчас. Все, сейчас мы... Вот я просто думаю, как я туда смогу нормально залететь? Ну ладно. А, ну ладно. Так, это мой, где-то заправлять-то его, вот он. Сейчас попробуем. Я надеюсь, этого топлива в принципе хватит, ну посмотрим сейчас, давай. Ну, у меня только одна канистра. Одна? Две для двоих, считай. Ну, я понял, ладно. Все, вот это я выкину куда-нибудь, сейчас куда-нибудь выкину. Ну, пусть здесь, все, отлично. Я готов, в принципе. А я уже топливо начал тратить. Где там самолет-то летит? Вон летит. Все, готов? Так, ну все. Давай, получается, я... Все, я готов, я взлетаю. Все, погнали. А вот сейчас бы аккуратненько как-нибудь набрать высоту. Так, так, так. Опа. Я уже не вижу самолета, где он? А вон, я прям... Он прям на меня летит. Так. Нет, назад, назад, назад. О, все. Там уже какой-то самолет. А, это ты. Все. Я промахнулся, подожди. Я косой. Переставим, о, нормально. А у тебя есть еще лесенка? Лесенки? Да, чтобы... Да, я не могу, папа. Помоги. Давай. Сейчас я взлечу, подожди. Сейчас, сейчас. Почти, почти. Где-то? Да я врезался в него. А, все, все, все. Тихо, не спались там. А, да я вроде аккуратненько, но... Опа. А, спасибо. Блин. Давай. Я его закинул вроде. Или он... А, нет, ты не закинул. Опа. Подними наверх. О, у тебя лесенки все-таки были? Ну, я и сказал, не у меня есть. Все, отлично, я не услышал, видимо. Масочку одевай. А, фух, я думал, масочку дома забыл. Ну-ка, лесен. Все, да, все, пошли, вот. Пошли. Давай тихонечко заползаем. Только... Ты автомат у тебя при себе? Да-да-да, конечно. Как без автомата-то ходить? У меня он сел. Все. Он закончились. А мне если что, у меня лопата есть, ничего страшного. Все, погнали. Пускай. Давай, давай я первый. Давай-давай. Давай. Иди. Так. Эс. Так, все, я захожу. Так. Так. А! Помоги, помоги! Убил. Тут было два охранника, которые кричали «Слава Украине!». Ну ладно. Чего-то кричали «Слава Украине!», что там? Чего? Ой. Что мне принесли, а ты его... Ну, пофиг. Ладно. Тысяча такой. Что это такое? Пока, пока. Что ты... Все. Просто взял, скинул какого-то, кого-то. Ну ладно. Да фиг с ним. Давай пока быстренько осмотрим, что-то есть так. Ох, нихера себе, тут ящики просто полные. Ладно, ладно, давай. Рубли. Тут украинцы и тут рубли. Ну ладно, я, допустим, так и должно быть. Ты же понял, кого мы грабим, походу? Не понял, но... Ну, а хотя уже догадываюсь, О, похавать хоть что-то есть. Ну-ка, кто там? А! Здравствуйте! Здравствуйте! Я понял. Вперед, Россия! Вперед, Россия! Ладно, оглуши его, оглуши его. У них в этом слове огонь и сила, повторяем. Вперед, Россия! Россия! Руни, оглуши его быстренько пока что. Давай. Россия! В этом слове огонь и сит. Красавчик, все, давай сейчас быстренько смотрим, что-то есть. Еще доллары, неплохо, неплохо. Чуть такое. Россия. Чуть такое. Ладно, заберу. Россия. Красиво вроде. А! Так. Работа спец. Так, 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 так. Чего? Ты кто? Ладно. Странный какой-то. Так. Долларов что-то. Здравствуйте, чел. Пока. А! Хватит самолет ломать. О, телек, кстати, давай тоже заберем. Уйди. Сейчас. Я не могу, ну, иди, я не могу телек сломать. Телек, сломайся, пожалуйста. Это, хватит ломать самолет! Хотя мы все. Всё, вот. Стоп, ты взорвать его, что ли, решил? У тебя тинтишки были. Да, ты правильно все понял. Гений. Чего он до сих пор слушает музычку? Гений. Ладно, пофиг. Забирай все, короче, что есть, быстренько, и. Давай, вот слава России. Окей, окей, хорошо. Ой, да я закрою и заберу. Ты пока тинтишки-то начинай расставлять. А че он. А, вот наконец. Блин, шкафчик? Что? Может не стоит, это слишком жестко. Да нормально. Ни хрена себе деньжат. Почему, правда, не гривны? Странно. Не знаю. Вот это... О, роутер, кстати, неплохо. Я бы его на самом деле скинул за борт, но это скучно будет. Не, давай лучше взорвем, пофиг. Ох, мы террористы уже какие-то. Да нормально, нормально. Да все, мы забьем. Ты весь самолет ему разбил, понимаешь? Надо закрыть, чтобы он не упал. Раньше времени. Хорошо. Давай, бери просто. Дай мне парочку хотя бы. А, у меня места нету, серьезно. Ну-ка, давай-ка вот так, сейчас кидаю. Ну, давай, давай. Вот, я скинул. Ну-ка, ну-ка. Где ты скинул-то? Я скинул. Не вижу. А, он теперь спался.
Что? Ты куда? Ты что сделал? Ты что сделал? Как я теперь наверх поднимусь? Мама. Да пофиг, мама. Че, мама? А, ну я блоки тут подворую, короче. Короче, на, сам расставляй дальше, я буду потихонечку сваливать отсюда. Прощай, это тебе за все. Все, я сваливаю. Блин. Давай, удачи, сало короче. Сало подорожало. Сейчас. Тихо, главное не упасть. Ну-ка, я тебя жду, давай. Ты там тинтишки расставил? Он ломает. А! Ты активировал их? Да? Я полетел. Ты там живой? Летет весна. Да. Все, отлично, я тебя жду, давай. Опа! Я запрыгнул, все. Давай, погнали обратно вниз. Пока, Зеленский. А он вроде задох. Блин. Да ладно, ничего страшного. Ой. А, я лечу, тихо. Все, я сейчас разобьюсь. А, нет, отлично, нормально, приземлился. Не, нормально. Ну-ка, все, я, короче... Можешь коробочку обратно этот самолетик убрать, как ты там делал? Естественно. На, вот мой тоже убери заодно. Вот, на-на-на. Давай. Сзади тебя стоит. А, ну все, иди, я сейчас уберу. Давай, я пошел. А, давай сразу к барыге пойдем. Хотя мы особо ничего этого не украли. Так-то, если посмотреть. Ну, только доллары, все дела. Доллары, рубли, 3000 долларов. А, даже больше 4000 долларов. А, ну, я прям дофига... Там 5000 дофига, ты видел? Да, у меня тут сколько? Много. Ну ладно, погнали сразу к барыге. Почему нет? Ой, нам нужно дорогу перейти. Точнее, мост вот так как-то. О, стоит тут что-то там такое сзади. Где? Нормально так. А, я мост не заметил. Правильные вещи говорят. Что ж, правильные вещи говорят. А, да-да-да, все правильно. Погнали, короче, быстренько к барыге. Может, ему продадим вот этот вот, где он тут. Я помню, что у меня MacBook был. MacBook где? Вот он. А, это не MacBook. Надеюсь, мы его не взорвали. Подожди. Так. А может, и взорвали. Потому что у меня остался только комп Razer, который... А, у тебя? Хорошо. А то у меня остался комп Razer, который мы взяли вчера у этих. На яхте украли. А ты где? Я тебя не вижу, кстати. Я уже перешел. А, да? Ладно. Ты что-то все повзрывало, все дела, ну... Короче, ладно, это не мы делали все. О. Ты где вообще? Я у барыги уже. О, здорово, братанчик. Поддерживаю. Все. А где барыга-то? Подожди. Я потерялся. Ты откуда знаешь? Он знает то, что мы самолет взорвали. А, да ну. Да ну. Новости? Новости уже? Серьезно? Стой. Быстро. Потом поговорим, Андрюха, подожди. Сейчас мне нужно к этим идти. Так, ну-ка. Да все, тихо, давай. Продать, короче, нам надо. Что там у нас? Придет. О, Ванечка, здорово. Давай, приветик, продавай. Приветик. Что там? Так. Ладно. А, ну давай, короче, вот мы вот это продадим, вот это продадим. Ну тут блоков я всяких наворовал. Тульчики, кстати, мне нравятся. Вот это продадим. На. Что еще? Вот это забирай. Тут рамка. Ну все. Пусть. Сейчас, ему все. Подожди, у меня еще вроде что-то было. Ему много чего накидаю. На это. Кроватку вот эту. А, нет, кстати, кроватку, наверное, себе оставлю. Но. Хотя ладно, нафиг мне нужна. Столик, стульчик. Сейчас я всего накидаю. Роутер оставлю, диванчик оставлю. А, я сейчас все деньги сложу в один сундук. Просто. Хорошо, я сейчас посмотрю еще, что у меня есть. А, у меня, кстати, до сих пор Xbox лежит вот в этом. В рюкзачке. Камера какая-то. Похавать что-то есть. Ну, похавать ему тоже, наверное, сдам. Лампа. Ну, все, короче, больше ничего. Сколько даешь? Давай деньжат там. Так. На... О! Ладно, фига, все, я понял, хватит. Фига себе, он мне 500 косарей давал. Просто посмотри, сколько у меня в рюкзаке. Там будет. Ну-ка. Что-то мы поднялись как-то слишком жестко, не кажется так? Ну ладно, я понял. Теперь мы в федеральном розыске. Да. Тут вон какой-то пацанчик рядом с нашим что-то ошивается непонятный. Андрюха какой-то. Пока. Ты что? Ладно, я тебя понял. Андрюха что-то... Да мы же террористы. Да все, не кричит, он достал. Портит порядок, сейчас к ним копы придут и все. Все, отлично, ну, ладно. Ну, короче, ладно, давай, сколько у меня денег? Именно у меня. Тоже много. На зиму хватит, как говорится. Ну да, так-то. Мы, кстати, строителей не взяли, забыли. А, блин, да, мы же... Ну, ладно. И так более-менее нормально, фига у нас тут всего. А у меня больше нет никаких кнопочек. Давай тут стульчики ему хотя бы пока поставим, то я тут стульчики у него спер. Более-менее красивые. Чё-то... А, кроватку даже не продал. Ну, ладно. Что-то я помню, что у меня что-то было прикольное. А, лампочка, кстати. Роутер. У нас роутер вообще есть нормальный или нет? Я не помню. Ну-ка. А, мне да, лампочки. А, да, у нас их два. Ну ладно. У меня будет отдельный. Чего?
Слава России. Окей, поддерживаю. Давай, ладно. Так, что у нас тут еще есть? Все, у меня больше ничего нету. Ну-ка. Тут можем... Ты что делаешь? Ой-ой-ой. Случайно. Хотел поджог тут строить. Здесь будем, короче, наши планы, все дела вот такие вот делать сейчас. Что у нас еще есть? Календарик. Так, что еще у нас? А прикол, сейчас мы такие стадии, у нас бомбы сбрасывают. Не-не-не, так не надо. Ну все, вот, короче, пусть пока так. Больше у меня ничего нету. Все, погнали обратно наверх. Го-го-го. Так, все тогда. А, ну, кстати, заодно в комнате поставлю вот это вот. Так. Куда здесь поставить-то только ее? Лампу. А нам интересно теперь присвоить звание Героя России. Было вряд ли. Ну посмотрим, посмотрим, посмотрим. Террористы года чисто выиграли. Так, ну все, ладно. На сегодня, я думаю, хватит, как думаешь? Да. Мы вроде все сделали. Много чего. Там какой-то опять Андрюх. Что делаешь? Ты заметил или нет? Что? Типа так? Ничего не понял. Она не закрывает. Вот, первая дверь и вторая. Тут вторая есть? Ну, я добавил. Отлично, правильно, правильное решение. Мне кажется, после этого нас сразу придут нехорошие люди. Там да будет. Не, ты что, нормально все будет, ты что? Ладно, давай пока денежки в сейф уберу. А, у нас только... Ладно, я сейф все остальное закину. И у меня тут блокнотик остался какой-то, я у этого, у Зеленского взял. Что тут здесь понаписано? На, почитай. Что там? Не знаю, почитай, что написано. Взорвать Россию. А, ладно, нет. Хорошо. Короче, ладно, давай спокойной ночи. Все, я спать. Давай. Завтра что-нибудь новое, давай, все. Давай, пока. Слава России. Ой. Так, ладно, быстренько просыпаемся. Так, ну, что дверь открыта? Ладно. Роня, что у него? Его здесь нету, а комп работает. Ладно, странно. О-а-а. Здорово. Здорово, это что за маска такая? Так, ну-ка. Тут закроем. Ты что, мне там потолок сломал, что ли? Серьезно? О! Да, смотри, новая масочка, серьезно? Соник, прикольненько. Да, ну это заказал с Алиэкспресса еще давно. Они только сейчас пришли, уже забыл про них. А, ну неплохо. Вот. Кого сегодня грабим? У тебя еще только... А вот только кое-что крутое будем грабить. Тебе рассказать сейчас или потом? Ну ладно, давай потом. Пофиг. Давай, окей. Короче, у тебя топливо, кстати, есть? Топливо, говорю. Да, просто я помню, да, тут вроде нет топлива. Я, ну-ка. Я уже эту свою тачку выгнал, видишь? Отлично, ну-ка, давай-ка я пока сюда. Так, это закроем. Не всегда есть топливо, как говорится. Сейчас я быстренько заправлю. Сколько у тебя там осталось еще вот этих вот литров топлива? 5000. На, обратно забирай. Все, поехали. Куда ехать? За мной. Ну давай, так, давай, я за тобой сразу поехали. Поехали. Капец, мы, конечно, элитные. У нас просто. Что-то медленный какой-то. У меня старая машинка была намного быстрее. Ну, у тебя там этот алмазный двигатель. Ну, блин, но все равно. Который ты сломал, кстати, блин. Печально, печально. Ну ладно, ладно. Нет, это не так. Ой, ты куда? Ты где? А! Ты где? Я упал куда-то. Возвращайся обратно, давай, я тебя жду. О, все, нормально, нормально. Ну-ка. Тут... Так, ты где? Здесь я. Я тебя не вижу даже. Так, все, я вспомню, куда ехать. Куда ехать-то? Фу, ну-ка. Из-под земли выбрался, погнали. Ну давай, куда ехать, ну-ка. Так, сюда, короче, сюда, да. Сюда? Ну давай, давай. Блин, какая-то фигня медленная, на самом деле, столько топлива жрет. Ну ладно. Что у нас здесь? О, короче. Ой, там это, ну, наш великий район ютуберов, блогеров, которых мы сегодня там грабим, да. Там кто-то стоит вообще, как бы, ну, не спалиться бы. Там Даня Милохин, что ли? Ё-моё. Да. Мы будем грабить сегодня Dream Team или же Даня Милохин. Ага. Там, вот там, кстати, Аня что-то просто... кричит, чё? Таня Покров, что ли? О, Аня! Я, кстати, люблю Аню. Стоп, а как нам пробираться? Он прям стоит вон там на заборе, мы же... Ну, мы пройдём. А, ну как умные люди, я понял, я понял. О, кстати. Тихо-тихо-тихо. Давай тихонечко. Вот здесь подъемчик, да. Как будем залезать сюда? Опа. У них там транспорт есть. Кстати, можем транспорт подворовать, почему бы нет? Опять какая-то дверь, опять налив, да, опять вверх. Сейчас давай я. Ну-ка. Опа. Давай. Давай. О, все. Все, погнали, я давай. Выгляну. Только потихоньку, тихо. Давай, ты первый лезь, я за тобой. Да я приготовлю сразу оружие, все дела. Ну-ка. Так, вот тут вроде никого не слышно. Тихо-тихо, ну-ка, опа. Ну-ка. Опа. Давай, я за тобой. В туалет сразу, что ли? Погнали, давай, тихонечко. Где тут у нас? Что, в ящиках может есть? Нет, тут ничего нет. Ой, я в сундук смотрю, так. Ну ладно, здесь еще особо такого нету. Может, в мусорке что-то есть? Опа. В мусорке тоже ничего нету. Ну-ка. Опа. А, фига себе, комнатка такая. Куколки, прикольно. Вот это я себе заберу. Блин, ладно, не заберу. Ладно, забери. Так, все будет. Там какая-то девка пробежала, я Покров пробежала. Чуть не спалила. Аня. Блин, Аня мой любимый. Фига, ты посмотри просто, сколько бабок в шкафу. Где там? Я все уже забираю тихонечко.
Да ты понимаешь, а сколько в сейфе, прикинь? Я просто сейчас офигел. Я еще и айфон у них нашел, даже два. Тут три кнопки ютуба золотых висят, лол. Зачем у нас 100 кнопок? Может, их начнем продавать? Там что-нибудь такое, знаешь, какие нам нужны вообще? Как думаешь? Да можно, кстати, в принципе, на аукционе, типа, популярного ютубера, может, много. Так тогда просто... Шкафчики тоже, наверное, заберу, прикольненькие достаточно. Что тут еще есть? Тут ничего больше нету. Ну ладно, погнали потихонечку дальше. Мы сейчас были... Комната Дианы Астер. Диана Астер? Откуда у нее столько кнопок у нее же? Может, это у них же общий там трип. Ну, возможно. Ой, да не мел... Фига. А почему детская кроватка? Чего? Ладно. Давай. Ладно, мы чего-то не знаем. Кнопочку, кнопочку. Так, дверь закрыта, что-то. Это причем... может быть сейф? Не знаю, думаешь? Попробуй. Фотографию заберем, Дани Милохина, нет? Давай. Конечно, забирай. Ладно, давай. Давай. Не, не могу. А ключик, может, есть какой-нибудь? Что-то еще есть. Видимо, где-то в доме. Что? Сколько пожрать у него? А откуда у него три бриллиантовые кнопки? А. Он что-то скрывает по-любому. Охереть. Он точно что-то скрывает. Я все заберу, короче, здесь. Вот столик нормальный. Два компика у него. Так, ну-ка. Ой-ой-ой-ой, как много тут всего. А в шкафу что у нас тут? Опять деньги. Ой, если энергетику возьму. Мне кажется, тут... деньги. На что нам столько денег, а? Куда мы вообще будем их тратить? А я тебе скажу, я уже придумал, кстати. А, ты уже даже что-то придумал, это хорошо. Кроватку, наверное, детскую я тоже заберу на всякий случай, пусть будет. Как говорится, кто рано стоит, тому Бог подает, поэтому... Окей, я тебя понял. Так ты открываешь или что? Че? Я думал, нет, не открывается. А, ну я понял, хорошо. Давай шкафчик тоже заберу, мне шкафчики нравятся. Вы кнопку не забрали. А, ну пофиг. Похавать. Может, что забрать? Ну, давай энергетиков возьму. Что, шоколадок не хочу? Пиццу не... Ну, пиццу, наверное, возьму всю. Погнали. Погнали, так. Ой, у меня оружие... У меня патронов нету. Янгера? Ну, давай Янгера. Что у нас тут? Ну-ка. Да откуда у них столько кнопок, а? Так, в ящиках вообще ничего нету. Шкафу что? Опять деньги. Да что, откуда у них столько денег, а? Ладно. Не купили кнопки? Ну, кстати, он какой-то вот это. Ну, типа, денег не особо, не особо. О, ну фига, балкончик Янгер, красивый. Он не очень популярный, так. Я вот эти заберу, наверное, что-то еще есть. Ну ладно, здесь я забирать ничего не буду. Здесь на что? Опять туалет какой-то. Может, тут шкафчиков что-нибудь есть? Ничего нету. Ну ладно, погнали дальше. Так, погнали. Так, что у нас здесь? На первый этаж спускаться. Первый этаж? Аккуратно. Ну давай, ладно, на первый этаж, так на первый этаж. Так, давай оружие сразу подготовлю. Так, ладно, тут с лопатой идти. Фига там, короче, фига там картина. Иди сюда. Фига студия, офигеть. Реально, у них мне кажется, это оборудование столько стоит. Давай-ка все забираем, короче. Все забираем. Это у меня кирки нету, ну ладно. Так, вот это забери тоже. Колоночки какие-то, так. Это же место. Опа, тут еще вот ящики что-то. Ящики что-то? Где ящик? Тут ящик какой-то есть? О, фига, тут реально какой-то ящичек вон. Слышь? Да, я вижу. О, айфончик опять. Откуда у них столько айфонов, а? Короче, ладно, все барыги продадим. Что у нас тут еще? Вот именно. Гитара какая? Фига себе здесь всего. Я думаю, вообще нам не нужно оборудование, по идее, для записи этого. Или нужно? Ну, все равно его продать-то можно. Так. Продать-то можно, просто вот это. У меня места нет, куда все кидать. Ну ладно, все, заберем. Причем так, давай. Нет, или что? Да у меня рюкзак вроде тоже уже переполнен. Ну, почти переполнен, ладно. У меня, если что, есть рюкзачок. А где у меня второй рюкзак? Я что-то не понял. Похоже, потерял. У меня вообще три рюкзака. А мне нормально. Ладно, нормально. Все, может, погнали. Твой забрал? Вряд ли. Так. Ну погнали, давай дальше тихонечко. Вроде мы здесь все забрали. Все забрал. Может, этот ящик тоже заберем? Мне что-то нравится может, даже. Может, этого чуть-чуть заберем, он дорогой, как я знаю. Да ну нафиг нам акустический поролон вообще. Он дорогой. Ну да, так-то косарь там за что-то, не помню. Не помню за что. А у меня нет чем ломать, а. Хотя нет, есть. Я тебе кирку вроде скинул. Ну ладно, давай, ладно, сделаем более-менее как-нибудь. А, прикольно, ты им стену все сломал. Вот ты у них 33 штуки забрал, нормально, мне кажется. Нормально. Половинку мне дашь? Так, давай сейчас все. Так не сейчас, ну ладно, давай я сейчас даже ты заберу. Что? Ты хочешь его забрать или что? Что? Мы же продавать, я думал продавать ему. Ну и некоторые себе поставлю в комнатке. Вдруг ладно, ютубером захочу стать, звук будет получше, все дела, сам понимаешь. Ну, как, да не лохи вроде на втором этаже. Так, подожди, тут какая-то... Подожди. О! Что это такое? О! Ладно. Ну, кто знает, как говорится. Что у нас здесь? Пустой. Ну, давай это тоже заберем на всякий случай. Что у нас здесь? Тут есть что-нибудь? Так, опять доллары что-то. Откуда столько долларов опять? Эти у них просто в ящиках столько денег лежит. Ну-ну-ну. Микроволновочка неплохо, тостер заберем, все забираем. Баночку для печенек, все дела. Что у нас тут еще есть? Здесь пусто, в холодильнике что? Чипсы, ну я понимаю, да, все дела. Тиктокеры как бы.
Тут, может, есть какая-нибудь скрытая фигня, не? Вроде нету, ну ладно. Так, что у нас здесь? 500 еды, нормально так. Ну-ка. Ну, вроде все больше здесь ничего нету. У них, кстати, бассейн есть. Это прикольно, прикольно. Давай не будем у них кухню всю вот это забирать, нафиг она нам нужна. Тут просто 100 баксов пачками лежат, ты их даже не забираешь. Где? Я не понимаю. Заметил просто. А, я вот это для тебя оставил вообще. А. А, вон, ну, кстати, здесь. Возьму. Давай, ладно, я тоже заберу. Ну все, мы все вроде забрали. Погнали потихонечку дальше. Вот это что такое? Опять какая-то бронированная дверь, да? Опа. Она открыта сразу? Это туалет. О! Почему туалет бронь? Запас туалетной бумаги. Это понадобится. Лучше б сахар, ну ладно. Сахара нету. Именно. Ну погнали дальше. Давай, так, что это такое? Ну, кладовка, ну-ка давай. Подожди, мне показалось, ли там кто-то был? Подожди. Показалось вроде. Давай кладовку сначала просмотрим, что там есть. О, комната Ани Покров и Артура Байкова. Ну, давай сначала кладовочку, она все-таки тут как-то написана, видишь? Не заходить. Кому не заходить? Там написано так. А, Милохина. Может, там ключик будет. А, фига тут денег сразу. Что MacBook сразу, офигеть. О, опять деньги. Айпадик еще один. Что-то много всего. Блин. Доллар, два айфона. Да ты понимаешь денег. Ну-ка. Денег так много просто. А, тут некоторые закрыты. Опять туалетная бумага, пачка сигарет, что-то такое. Тут еще что? Тут просто. Ну все, больше ничего. А, вот еще. Тут ноут какой-то, ну он не нужен, но некрасивый. MacBook, мне кажется, лучше будет. Все, вроде все забрал. У меня вообще места уже нету. Так что следующее все у тебя будет лежать. У меня просто даже уже в рюкзаке места нету. За все сегодня продать. Комнатка осталась так-то. Ну так-то да. Ой-ой-ой, подожди, сейчас. Давай тихонечко сюда. Есть там кто-нибудь? Ама, не Покров спит. Не Покров? Потом... Давай тихонечко, короче, ограбим. Ой, блин. Ладно. Тихо-тихо. Я всегда мечтал фотку с Аней Покров сделать. Со спящей Аней Покров давай сделай пока давай. Что. И газу фотографию еще. Опять MacBook, ну тоже заберу. Лягу. Опа, фоточка. Ты гений-гений. Тренер, разбуди ее. Оп. Давай тихо, чтобы она не спалила, что мы тут... У нее тут шкафчик тут есть. Я спутался. Спасибо. В шкафчике что? Ничего нету, так, Xbox'ик, все дела тоже заберем. А у нее еще... Нормально. Да у нее больше ничего нету. А где шкафчики там с деньгами, все дела? Что-то нету не особо. Вот, вот есть. Стрит, ты не заметил тут. Вот, а, тут опять какие-то секретные штучки. Ой, опять еще. Денег дофига. А у меня места нет, куда их складывать. Можешь ты все забрать, пожалуйста? Просто у меня вообще уже ничего нету. Ну, куда скидать? Скинь все вещи, я сложу, чтобы ты подобрал. А? Скинь да, вещи. Знаете, денег сложу. Покидаю. На все деньги, короче. Давай. На тебе вот эту кухонную фигню, блоки твои. Я сложу все это так. Все, больше пока что. Давай я вот тут отсюда все заберу, оставшиеся. Айпадики, все дела. У нас три айфона лежало, 11. Игры для Xbox, нифига себе. Ну, заберем. Ну все, отлично. Вроде больше тут ничего. Там какой-то на втором этаже есть был шкафчик, все дела, ну или сейф, что там было. Я возьму шкаф на память. Зачем? Ну ладно. Погнали. Там ведь какой-то сейф был, помнишь? Может, попробуем как-то его взломать все-таки? Может, там реально сейчас бабок дофига будет. Давай попробуем. Может, ключи где-нибудь здесь валяются, не знаю. Ну-ка, ладно. Где-то ключ должен быть по-любому. Давай ключ. Тихонечко подниматься. О, там Дани Милохина слышу. Тихо-тихо. Давай куда-нибудь пока как-нибудь вот так. Ой-ой-ой-ой. Поставил. Я понял. Так, ну-ка. И что делать будем? Блин, что делать? Надо ключ искать. Ключ? А где он? Давай. Мы что-то упустили по-любому. Да, ну-ка, кажется, давай еще раз все осмотрим. Ну-ка. Блин, где он может быть? Может, где-то здесь. Не знаю. Ну давай сейчас посмотрим. Может, реально в картине что-нибудь есть? Я картину заберу. О! Чего это? Ничего себе! Вот и ключ от сейфа. И там картину давай я верну. Ой. Нет, ладно. Ключ Зидера забери. Все. Опа. Пусть здесь валяется. Еще деньги. А. Есть. Тихо. Мне кажется, они просто... Тихо. Ты слышишь? Че? Нет, не слышу. Подожди. Тихо. Вроде... Тихо, я лег. Ой, прошу прощения, там все... Я вроде ее оглушил, конечно, но не очень красиво получилось. Блин, ну Аня Покров. Надо еще фотку сделать, ща. Я ее оглушил, так что ладно. Там вроде еще и Милохин проснулся. Аня Покров на туалете, шок. Ладно. Так, стоп. Ладно, давай-ка. Слышишь, он сказал, сейф там что-то откроет. Ой. Давай, надо вырубить его. Давай. Быстренько заползай. А, получай. Получай. Все, отлично. Он сейф открыл? Ну и ладно. Вот так. А. Что? Какая-то карта сокровищ еще что-то? Чё? Это туалет? Зачем здесь туалет? Ну ладно. Пускай ну что-то не особо тут денег. А, фига. Пирусы и слон, да, там все дела. Денег, ты посмотри в сейфы. Только что у меня там, что-то... А места опять нету нигде. Все, короче, все выкладываю. Короче, у меня еще денег вот в этом вот дофига.
Тут какое-то, что это? Короче, давай сделаем проще. Тут вот какие-то бумажечки, все дела, непонятно. Ты не надо так... Фига денег! Есть. Сейфы тоже забери все? Я ну-ка. Понимаю. Я тут посмотрю еще просто что. Просто пачки денег. Вот у меня тут есть, в принципе, сейчас сложно. Давай все убирай. Короче, мне нужно рюкзак новый купить, это 100%, потому что что-то у меня нет рюкзака. У меня вот где-то быть точно был. Ну-ка. Может, я слепой, конечно, но вроде у меня его нету. Ладно. Вы кто? Он очнулся, что ли? Я его оглушил вроде, все. Все-все. Опа, значит, что-то еще лежит в рамке. Что? Что-то такое. Ну-ка. Самолет на крыше, никому не говорить. Самолет? Че? И документ на право собственности, офигеть. Это типа на этот дом? А может, ты вот это как тебе заберем все, как-то этот домик вот этом себе заберем, как думаешь? Ну так-то у нас есть документ, но, блин. Ну как-нибудь-то придумаем что-нибудь. Короче, ладно, давай сваливать там к самолет на крыше, что-то сказали. Да, погнали тогда. Так, ну как давай, на крыше? Где тут подъем на крышу-то? Так, ну где они, Астер, идем? Погнали быстрее валить, они уже очнулись, походу. Я слышу, там они покров что-то. И как будем подниматься? Давай, выкапывай как-нибудь, сейчас попытаемся нормально давай, уже. Давай. Так, где-то мой ломик. Вот. Ну-ка, ну-ка. Так, самолеты это что ли? Два самолета, они заправлены? Два? Два заправлены, но как-то у них мало. Как-то может, мало. Нахер они нам нужны, кстати? Ну давай пешочком, мы же на транспорт сюда вообще приехали. А, точно. А, блин, там они покров, иди сюда, идите, они покров, иди сюда. Я сейчас ее выкину сюда. Нет, они покров, не надо. Ты что делаешь? Сейчас, я не могу ее скинуть, меня побеждает, понимаешь? Помоги мне. Не трогай. Фанат Ани Покров, я понял, все, ухожу. Все, я сваливаю. А! Аня, я твой фанат. Пока, Аня, я твой фанат. Я у них, короче, я у них забираю это все, я уехал. О, тут какой-то у них. Все, поехали. А наш транспорт что, бросим здесь? Ладно, потом вернемся, я понял. Стремный. Подожди. Подожди, я тогда в автобусе еду, ты какой-то громкий, ты как-то быстро уехал. Давай, запрыгай сейчас. Сейчас, пошли. Бегу. Ну-ка. А, не за нами поехали. Здорово, здорово. Привет, Аня, можно фотку? Да-да-да. Спасибо. Мы подписчики, все дела. Я спотался, давай гоним отсюда. Поехали. Я поехал. Куда ехать-то? Давай, налево, направо, направо, направо. Направо? Он не едет ни хрена. Подписчики? Да-да-да. Ну-ка, я навигатор врубаю, короче. Офигенно. То есть, я считаю, и Саня Покров фотку сделал с моим любимым тиктокером, так еще и ограбил ее. Гений. Еще пару вещичек. Так, а куда нам поехать-то? Я что-то запутался. А вот сюда вот просто поехали. А, ну давай я как-нибудь съеду. А, зачем я спер? Зачем мне этот? Мне кажется, я не с той стороны вообще, да. Короче, ладно, я понял. Сейчас все будет. Возможно. Ты где? Так. Я вниз уже спустился. Я к тебе бегу, все, бегу. Так, ты... Только дверь, надеюсь, ты закрыл там? Нет. Я только сейчас прибежал. Стоять. Я не могу стоять. Сейчас, подожди. На. Быстрее, закрывай. Они нас не найдут. Все, ты посмотри, что сзади. Короче, не трогай. Нет. Не надо. Это мое. Это мое. Не трогай. Все, пофиг. Ты сломал мой автобус. Ты что? За что? Только веса занимало. Ладно. Тихо. Меня что, услышишь? Стоп, дай я вторую дверь закрою. Я тебе одну закрыл только. Давай тихонечко вот так. А, я обе закрыл? Ну ладно тогда. Убери вот этот мусор, зачем ты его? Все, по идее. Какие-то что, монеты золотые. Короче, нам теперь барыги надо как бы. Да. Давай спустимся вниз. Давай пока вниз. А, кнопочки, давай пока расставим все-таки. А, у нас же сейфы есть. Давай, короче, все деньги сейчас в сейфы накидаем. Только у меня что-то денег не особо. А, у меня золото даже теперь есть, офигенно. Что у меня тут еще? Блин, у меня столько вещей, это капец просто. Ну ладно. Это сюда. Какая-то карта сокровища, я у них что-то взял. Что-то такое. О, нормально так. Я не понял даже, что это. Так, у меня деньги еще есть? Деньги, все. Я сейчас все быстренько в сейф накидаю. Так. Ну вроде бы вот это сюда. Все, у меня больше денег нету. У меня все в сейфах. Наверное. А, нет, не все. Так, здесь, еще здесь. Ну все, короче, вот так. Теперь точно все в сейфе. Давай нормально, кнопочки быстренько пока что расставим. Где у нас кнопочки? У меня золотые только, да? Серебряные я не брал. А? Вот три... Ну ты сам расставляй, все вот так. А ну ладно. Ты посмотри, сколько у нас просто уже золотых кнопочек. Охренеть, 9 штук. Откуда у них вообще кнопочки? Я вообще в шоке. Не знаю. Ну-ка, что еще? Все, у меня больше ничего нету, кстати. Но здесь вот такая штучка есть, может... Пусть пока где-нибудь здесь стоит, может пригодить. Не, ладно, ее продадим, пофиг, она мне не нравится. Вот две серебряных, вообще жестко. Все, вот это что я там? Продам. То еще мне надо? Макбуки опять, Мак Про.
Гитара электро. Ну ладно. А дай я масочку сниму. Что-то масочка какая-то странная стала. Ну да ладно. Все, так давай, в принципе, может, к барыге погнали тогда? Подожди, ух, кстати, какие нужны монетки золотые у них взял. На, лови. Потом куклу все, можешь может, это... Может, с этому продадим? Кому? Барыге-то? Да, так-то можно. Ну давай, пофиг. Давай куалу лучше одену, она более-менее красивая. Лицензия на оружие. Продам. Пистолет уже не заряжен. А? Там лицензия на оружие у них есть? Не, это я у кого-то забыл, у кого забрал. У кого-то. А, это когда мы яхту грабили, там взяли, вроде так, бы. Я, тебя... я, короче, сейчас деньги возьму, тебе кое-что покажу, ты офигеешь. Ну-ка. Сейчас. Кстати, ты говорил, вот. Что знаешь, куда мы куда можем деньги потратить, все дела. Вот про это я и говорю, смотри. Просто у нас вот денег уже реально дофига. Открой вот этот рюкзак. Ну-ка. Наш... Кстати, надо, наверное, сейчас у барыги будет рюкзачок купить. Фига себе! И там еще рюкзак полный денег просто, понимал. И куда короче... мы потратим все эти деньги или не все? Итак. Я посчитал деньги без учета сегодняшнего ограбления. У нас на руках 23 миллиона рублей. 23 ляма? Да, без серьезно? Учета сегодняшнего ограбления. А сегодня мы так ограбили жестко, то что у нас 1,5 миллиона сейчас будет просто. Жестко. Понимал. Короче, давай сначала... Так что ты хочешь купить? Я так и не понял. Сюрприз или опять рассказать тебе? Ладно, давай сначала барыги все продадим и скажешь. Да, потом да, давай, да, я именно. Понял, погнали. Потом пример. О, Пети. Так, ну, так у барыги. А мы у барыги эти рюкзачки покупали, да, если не ошибаюсь? Да. Может, беспалевный нетик будет, как думаешь? Ну, да не... Блин, посмотри, сколько их у нас. Может, половину продадим? Можно, но как мы их продадим, правда? Да как-нибудь продадим, без документиков все дела. Ой. Да пофиг, короче, все, выползаем, выползаем отсюда. Только надо блок сейчас вернуть обратно этот. Ну-ка, давай, давай, я тебя подтолкну. А я взял? А, я не взял. Серьезно? Давай. Не кажется ли там... Слушай, там мент, кажется, стоит наверху. Чего? Там, кажется, мент стоит. Бред какой-то. Показалось, что? Надеюсь. Так, ну ладно. Ой-ой-ой, дай-ка сюда пока кину как-нибудь. Вот так, все, отлично. Поехали. Он не заправлен! А у меня заправлен. А вот садись ко мне, короче. Вот. Ладно, дай сейчас тогда этот закину обратно. Сюда. Ну ладно, не смогу его закинуть. Пусть пока здесь валяется, поехали. Погнали. Поехали. Дай я хотя бы там... посмотрю, что я быстренько продам. Что там пишут, смотри. Где? Ну там вот что-то правильно говорят. А, это да, обязательно. Ну короче, дай посмотрю, что тут у нас есть. У меня стоит столько айпадов, это жесть. Опять комп какой-то. Макбуки. Зов, сколько у меня всего. Всего, чего у меня только нету просто. Короче, ладно, давай сейчас все продавать. И потом ну-ка. Подведем итоги, сколько у нас всего денег. А, я какую-то статуэточку даже у них, какой-то Оскар взял, вот эту фигню забрал. Да. До сих пор эта машина, которую мы в прошлый раз забрали себе, тут стоит. О, самолет что-то. А, что за... Что у барыги здесь как-то слишком жестко берем все. От, берем отсюда. Ну-ка. Вообще, спалится, мне кажется, скоро. Ну-ка, здорово. Ты где? Здорово. А, ну короче, о. Вот давай мы сейчас тебе быстренько накидаем, хотим еще всякой фигни продать. Так, это... Короче, вот. На, все лови. Это лови. Лови. Блин, фига тут всего. На лицензию золото, на оружие. Золото, что ты понимал. Да, я сейчас ему все просто надаю, то, что мне нафиг не надо. Это ладно, оставлю. Кексики, ну пусть будет. Ключи от чего-то непонятное. Так, пожрать. Вот да. Это все. Это сюда. Короче, очень много всего. Сейчас все вот это продадим. Ты рюкзак выкинул, кстати, у тебя валяется он. Где? Вон валяется вот тут. Вон. О. Все, давай дальше. Вот это. Наверное, это. Да на, короче, все лови. Ой, ну ладно, я тоже отдам. Все, что еще тебе отдать? У меня еще очень много чего я ему отдам. Я ему и пожрать я даже скину. Я ему уже скинул. Да. На вот это. Что у меня еще тут есть? Да я тебе все продам, потому что мне нафиг ничего не надо. Мы слишком много всего наворовали. Ну, один MacBook я, наверное, скорее всего, оставлю. Телек я тоже оставлю. Но это креслица. Ладно. Вот это я оставлю. Пожрать, вот это сюда. Все, что я оставлю, вот здесь будет лежать. Ну, рамка мне нафиг не нужна, детская кроватка тем более. Забирай. Давай, чуть осталось, короче. У меня остался айпадик-то, да, все. Получается, вот все. Это и вот ой, это. Ой. На, все, я тебе все скинул, по идее. Сколько предлагаешь за это все? Это. Ну-ка. Сколько а, больше? Может, на, еще ствол забери старый, он нафиг мне не нужен, он все равно. Так, и того я у меня. Я думаю, там лямов 10 выйдет. Может, еще вот это. У меня все, больше ничего нет. Кого? Чего? 50к. Это типа дрич зидер 49к, остальное все 1к. Ты издеваешься? Золото хотя бы отдай. Мне тут... А, ну золото. Короче, я предлагаю перейти на другого барыгу. Ну так-то да, ну дай. Пофиг. А, так ты что-то хотел куда-то деньги потратить, я так и не понял, куда. Вот.
Да пусть он скинет деньги. Скинь мне все свои деньги, короче, я тебе покажу. Я тебе все и так отдал, я в сейф все накидал. Да? Да. А сейчас, который тебе дали? А, мне сейчас дают. Точно. Тебе все дали. Вообще точно, ничего точно. Нету. Все, спасибо. Я вообще без денег, оказывается, теперь. Он даже побольше накинул. Ну, это хорошо, это хорошо. Так, что теперь делаем? Короче, ну-ка. Я сейчас посчитаю, сколько у нас примерно денег. Хорошо. Ну, просто открой этот рюкзак. Открой этот рюкзак. Я видел уже, ты показывал. Еще там больше здесь стало. Ладно, я тебя понял. И что ты предлагаешь с этим сделать? Итак, я сейчас, короче... А, я уже все посчитал. Там 75 миллионов рублей. Фига себе. Да. Ну и что ты с этими 75 миллионами хочешь сделать? Итак, погнали за мной просто. Ну-ка. Вот, погнали сюда. А, ты не можешь сесть. Я не могу сюда сесть, в этом проблема, да. Может, на машинке? Вот, давай быстро уже, не будем собрать, она тоже не заправлена, черт. Что делать? Ладно, пошли пешочком, может. Ой, Милохин. Здорово. Так, здорово, да. Здесь сюда я тоже сесть не могу. Мы тебя не знаем. Ну, пройдешься, значит. Ну-ка, ладно. Да подожди ты. Ты куда? Стоять. Ладно, погнали на этом уже. Пешочком? Покатимся. Да он не заправлен. Он тоже не заправлен. Ты думаешь, что я его оставил-то? Блин, ладно. Возьми два заправленных и все. Ну или один хотя бы. А мы прошу того... Тот, который был заправлен, там оставили? Да. Гений. Ладно, богачи они такие, как говорится. Ну да. Ну 75 лямов, это так-то да, немало. Ну что, поехали? 75 миллионов. У нас раньше, я бы сказал, у нас это... Все, давай... Миллион рублей. Миллион долларов. Раньше сказал бы. Это раньше. Раньше было лучше. Поехали за мной. Я уже, в принципе, ну-ка, договорился. Что за хрень? Посмотри, там что-то утопили. Чего, где? Вон, посмотри, не видишь? Сзади. А, это я. О, она на ходу. Я поехал, короче. Ай! Все. А куда ехать? Сейчас. А ты где? А, подожди, я еду, а тут глубоко. Блин, ладно, короче, тут лень обходить сейчас. Тут очень глубоко, слышишь? Да? Ты посмотри, если бы я сюда упал, я бы все утонул. Подожди, где? Я сейчас доплыву, я плыву. Спасибо. Давай. Все, возвращаем все обратно, как было. Верни обратно все. Нет. Ты че? Ладно, дай я хоть свою машинку новую поставлю. Говоришь, вернуть им сейчас. Вот. Ты чё? Нельзя так делать, ну ладно. И что ты хочешь? Так, мы уже почти подошли, так сказать. Ну ладно, тут дома, короче, какие-то. Чего, ты ещё грабить решил, что ли? Ну, можно и так сказать, погнали. Ладно. За мной, короче. Фига себе домик. И кто здесь? Сейчас. И кого мы здесь играем? Подожди, смотри. Ну-ка. Так что, погнали, лифт? Так, ну все, смотри, какая... Подожди. Ну-ка, подожди, ты как бы машинку, на голове... Да машинка, ничего страшного, машинка это нужная вещь, ладно, я тебя понял. Поставь ее. Ну машинку кто-нибудь сопрет, как мы... Ну ладно, машинка топ. Ой, гений меня бросить тут решил. Откройте, пустите. На какой этаж, на 7-й, 8-й, 9-й? А, 9-го нет, или есть? На 7-й этаж. Ну-ка. А что ты? Так. Кого грабим-то? Смотри. Я сейчас вообще не понимаю. Сними маску. Маску? А, ой, да. Не заметил. Ну, здорово. Ой, барыга так. Опять здесь. Что за шапка проходи. Такая? Проходи. Ну-ка. Так. Мы покупаем. Прикольно. А, что? Мы покупаем вот эту квартиру. Покупаем? Да. Серьезно? Да. Ну-ка. Стоп, что тут есть? Я все продумал. Чур, моя комната вот эта, сразу говорю. Стоп, она двухэтажная, что ли? Да, именно. Прикольно. Так, 15 лямов? Лямов. 15? Ты же говорил 25 вроде. 25? 25 миллионов стоит эта хата. Тут? Да. Слышь, Роня, тут выход на крышу есть. А, ну я знаю, да. Мы можем самолет сюда поставить, наконец-то. Фига себе место. Видишь, как я все продумал. Блин, мы здесь можем такое намутить. Я такое устроил. Тут можно и джакузи, и девочек. Так, да, именно. 25 лямов, ну и, в принципе, еще на втором этаже. Ну-ка. У нас второй... еще 50 лямов останется. На второй этаже какой-то пустоват, конечно. Тут что у нас? А, тут две комнаты? Да. Так, ну тут какая-то пустая комната. А что она такая... Это чья комната?
Это, как понимаю, твоя, да? Это уже я зарезервировал. Да, самую большую взял себе. Ну, красава. Ты еще не знаю, кто будет. Ну, смотрим. Может, кого-нибудь найдем, так. А я с другим за 15 продавал нам за 25, все честно? Да ну, ладно. Вообще. Блин, там самолет приземлился, что-то. Да, там вообще какой-то... А, ладно, там какой-то челик на самолете сначала прилетел. Больно балкончик. Ну, ладно. Ты два балкончика, прикольно на самом деле. Да, вот просто, знаешь, почему 25 лям? Тут тупо 20 лям стоит выход на крышу. Ну так ты да. Крыша полностью наша. Блин, я ж телек вроде продал, да? А, нет, не продал, хоть что-то хорошее. Ну-ка, хотя бы здесь вот так поставим. Так, ну все, давайте тогда. Вот, держи, короче. Ну-ка. Ох, нифига просто. Ну ладно, ладно. Вот это. Блин, 25 лямов, просто жесть. Ну хата, кстати, неплохая. А документики какие-то будут вообще? Так-то, документы, ключи, все дела. Вот тут еще доллары. Вот все. Доллары? Считались. Ну ладно. Может, квартира максимум дням стоит. Ой, чего? Нас, походу, опять одурели. Похрен, вообще, знаешь, сколько нужно. Ключи, там, документы, что-нибудь такое будет? Или тебе уже скинули? А как нас документы оформить? Ладно. Не, ну типа, как-то можно ведь, наверное, по-любому. Ну шел, походу. Ну гений, короче, ладно, я понял, ладно. Надеюсь, нас отсюда не выгонят. Да, надо будет тогда вещь уже перетаскивать. Я вот лампу нашел даже какую-то, видишь? Вот, нормально. Что у нас еще нормально есть? Нормально такая лампа. Давай нормально. Пока как-нибудь хотя бы обустроим все. Ну, это моя комната, сразу говорю. Хотя она какая-то пустая на самом деле. Ну, ладно, пусть будет. Ну, я думаю, вещи надо будет... ну я, кстати, стол даже вот этот украл немножечко. Пусть какой, будет. Какой? Вот этот. Иди сюда. А где у меня... Давай. У меня выключателя нету. А, у меня света даже нормального нету. Вот этот вот стол. Надо тоже повезти. Посмотри. О, нормально, кстати. О, в темноте, кстати, прикольно светится. Да-да-да. Тут освещения даже нету, что за бред? Ну ладно. Так. Ну тут все работает уже хорошо. Так, ну тогда что у нас тут еще есть? Мне нравится, на самом деле. Ну выход на крышу, это просто идеально, на самом деле. Ну я говорю, правда, мы за это очень много отвалили, но так как у нас много денег, то это пофиг. Ну у нас еще осталось как раз, сколько там, 50 лямов или где-то так. Мы тут такое организуем, самолеты, короче, мы... Прикольненько, очень даже. Тут главное не упасть вот с такого красивого балкончика. Ну вид здесь прикольный, кстати, надо тачку забрать не забыть. Хорошо. Ну-ка, ладно. Так. Ну все, давай быстренько, ладно, закрываем. Как думаешь, может уже спать пойдем или здесь будем ночевать сегодня? Ну, думаю, да. Ой. Ой. Что? 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 Тихо. Что? Вот, блин, ладно, все, ляж. Все. Тихо. Что случилось? Что вам надо? Что, в смысле, какое ограбление? Ничего не было. Мы дети, че? Стойте, а может, стойте, договоримся как-нибудь там? Да. Все, подожди, типа, тихо. О, барыга. Ты что, нас заложил? Ты что, он заложил нас? Ты что, иди отсюда? Ладно, может, договоримся, слышите, как-нибудь там? Ладно, у них стволы. Там тихо, по-тихому все дела. Предлагаем? Сколько предлагаем? 10 миллионов. 10 лямов предлагаем. Ба, крыса просто. Нет. Нет? Слушайте, давайте нет. 20 миллионов. 20 лямов, да ребят. Пошел ты отсюда, урод. Все, меняем барыгу, короче. Ладно. Давайте последний, 25, просто 25. Ой, тихо, отдайте рюкзак. 25. 25 миллионов. 25 лямов, ребят, ну вы сами понимаете. Ну, ребят, 25 миллионов. 25 миллионов рублей. Да ты где вы на своей работе столько не заработаете? Сводить. На Мальдивы сможет твою жену сводить. Так что давайте, ребят, 25 лямов всего-то. Последняя цена. Вам сколько платят? Там 60 тысяч, а мы 25 миллионов за один раз. Все, так вы еще и работать будете, продолжать еще свои деньги получать, а еще плюс 25 лямов в кармашек, как бы, сами ладно, понимаете. Ладно, 30 миллионов. Да, 30 лямов. Да не деритесь 20... со мной, я понял, все, хорошо, давайте. 30 лямов. 30 лямов и один кусок золота, все. Согласны? Прям капец. Ну-ка, согласны, не? Ну, хорошо, 30... мистер генерал. Да ладно, ну блин, так пожалуйста. Давайте 35 лямов, хорошо. Да, и одна стопка золота. А, ну вот, видите, все, ладно, скидываю, держите. Вот деньги так бы сразу, стоишь, ребят. Вот, ой, держите, ну давайте, накидываем пока. О, как же $1000. Если еще одно ограбление, точно. Хорошо, поняли, ой, хорошо. Да, вот вам там чуть меньше, но там два стопки золота. Вы знаете, сколько продают? Офигу. Топливо? Вот. Типа обменчик? Ну ладно, спасибо. А на чем на туалетная бумага? Не надо. Фига, ну ты кидал. Спасибо. А, подарок? Давайте, ребят, так. Удачи вам. Все, давайте, ребят, удачи. Так, Рони, ты где? Рони. Я наверху. Все, уходите. Ну что, минус 30, 35 лямов.
Я тебя не вижу, кстати. Ты где? Я тут на крыше говорю. А, на крыше, я не услышал. Да-да-да. Блин, 35 лямов, и сколько ты им золота отдал? Два сути, я случайно 200. Это... Нет, не 35, там где-то 20. А, ты меньше им дал? Отлично, ну хоть что-то. Там, короче, все равно дофига. Надо завтра будет начинать вещи, наверное, перевозить потихонечку. Да, блин, и надо будет, сразу надо будет какую-то карту завести, хотя это будет... Могут заподозревать. Только как-то неудобно наличку таскать, на самом деле. Нам нужно в барыгу найти, потому что этот нас спалил что-то. Чем офигел. Уже нельзя забирать. И что-то мне кажется, это как бы хата реально миллион стоит где-то, а он нам за 25 продал. Ну, он обманул немножечко все дела. Так еще и без документов, и конечно, опасненько. Короче, ну... барыга, надо его остерегаться. Новую барыгу я найду, в принципе, у меня же есть связи. Короче, Ван, давай, наверное, здесь сегодня переночуем, как думаешь? Да. А подожди, что там с лампой? Посмотри на лампу. Где лампа? Вот, подожди, сзади тебя, вот. Ну, и что с ней? А, не, все нормально. С ней все нормально. Короче, ладно, давай, я спать я пойду, наверное. А у тебя там есть вообще мебель? Мебель? Да. А, сейчас посмотрим. Посмотрим, ну-ка. Я не смотрел, сука. Нету. Со мной будешь спать, пошли. Без мебели? Пошли, давай, все. Я на диване. Да я тебе поделю кровать нормально. А, ну хотя на диване, ладно, давай, спи на диване. Тут удобно диван, капец. Ну все, давай тогда, я спать? Давай тогда, давай. Все, спокойной ночи. Давай, спокойной ночи. А кто досмотрел до этого момента, пишите в комментарии, досмотрел. Каждый, кто напишет, получит от меня сердечко.